Друзья, здравствуйте, наши телезрители. Я приветствую коллег, которые сегодня к нам присоединились. Напомню, это «Клуб 24». Мы продолжаем эту серию онлайн-встреч с экспертами рынка. Сегодня у нас с вами тема «Продажи». Наша тема называется «Точки роста. Как масштабировать отдел продаж». На самом деле мы поговорим о многом, о том, как вырасти, о том, нужно ли масштабировать отдел продаж или нужно, наоборот, сокращать, как вести себя в этом отношении в своем бизнесе в стабильной ситуации для компании или, наоборот, в кризисной ситуации. И, конечно, поговорим об инструментах, которые помогут отдел продаж улучшить и помочь вырасти вашему бизнесу. Я представлю наших экспертов сегодня. Сегодня это Новикова Наталья и бизнес-консультант Елисеев Александр. Это тоже бизнес-консультант, это компания NN Consulting. Совладельцы этой компании, они сегодня будут нам помогать, и будет вводная такая бизнесовая часть про продажи от них. А также наш партнер Никита Пузанов, компания IT Улей, который поможет мне с разными техническими и более прикладными вопросами, которые вы нам задавали. Напомню, вы, наверное, все прекрасно видите, что под трансляцией есть специальная форма для комментариев и вопросов. Мы следим за этими вопросами, вы можете прямо в онлайне их задавать, и, соответственно, мы будем на них отвечать. У нас вообще такие встречи и формат такой, что мы по большей части отвечаем на ваши вопросы. Мы задавали их вам при регистрации на это мероприятие, и наши эксперты уже подготовили ряд ответов на эти вопросы в рамках своих микродокладов, скажем так. Хочу попросить вас задавать как можно более конкретные вопросы, которые беспокоят именно вас в текущей вашей ситуации. Чем более прикладной, чем более конкретный вопрос, тем лучше и качественнее у нас получится вам ответить и, соответственно, помочь вам разобраться в вашей ситуации. Ну, не буду делать долгих вступлений. Наверное, мы приступим уже к заслушиванию наших экспертов. Наталья, прошу вас, вам слово. Добрый день всем. Моя презентация сегодня будет посвящена проблеме сокращения или роста отдела продаж в рамках кризиса. Кризиса не только рыночного, но и кризиса компании. По практике моих консультирования чаще все-таки мы сталкиваемся с кризисом в компаниях, да, так как, к счастью, кризис рынка нас настигает не так активно, не так часто, но кризис в компаниях мы наблюдаем практически постоянно, и с теми или иными успехами мы их преодолеваем или, к сожалению, не преодолеваем. В понимании нашего бизнеса очень часто мы сталкиваемся с тем, что кризис – это значит первые мысли наших владельцев бизнеса – это сокращать отдел продаж. Почему-то основной акцент на появление проблематики делается на то, что очень много народу, очень много затрат, а не то, каким путем идет компания, какие цели и какие планы она поставила, и поставила ли она их правильно и корректно, да, для своей работы. К чему это все? Все это к тому, что прежде чем, если компания попала в кризис, вне зависимости от того, является рынок стабильным или является рынок в кризисе, вы должны оценить в первую очередь ваши цели бизнеса на сегодняшний день, ваши задачи и вашу стратегию. Если стратегии нет, остановитесь на задачах и на целях, которые вы поставили. В соответствии с этими целями и задачами вы должны рассмотреть соотношение ваших затрат и вашего дохода, который бизнес сегодня приносит. Что это значит? Это значит, что в затратах вы можете рассматривать такие аспекты, как, если мы берем конкретно отдел продаж, там мы с вами рассматриваем это зарплатную часть, окладную часть отдела продаж, это бонусные части. И, скорее всего, это какие-то бюджетные затраты маркетинга. Далее у каждой компании это будут свои аспекты. У кого-то влияет доставки, у кого-то влияет какие-то транспортные расходы, да, или какие-то другие обслуживающие отделы и влияет на затратную часть отдела продаж. И данные затраты вы сравниваете с тем объемом, который приносят ваши менеджеры продажи. Для чего все это нужно? Нужно это для того, чтобы оценить эффективность того, насколько то количество людей, которые у вас находятся в компании, соответствует той эффективности, которую необходим на данный момент. Если мы говорим о ситуации кризиса, и если мы говорим о том, что компания только вступила в кризис, берите за оценку, ну,
какие-то, допустим, 3-6 месяцев ранее прошедшие перед данной точкой, когда вы оцениваете эту эффективность, для того, чтобы посмотреть, какова динамика вашей компании, какова динамика продаж произошла за этот длительный период. Вы сможете оценить, на каком этапе вы находитесь. Находитесь ли вы на этапе сильного падения, либо вы находитесь на этапе только начала данного падения. И, соответственно, как какую-то точку исходную, вы можете брать пирамиду правила Парето. Я думаю, что очень многие с ней знакомы, и заключается она в том, что 20% затраченных усилий должны приносить 80% результата. В зависимости от этого вы берете свои затраты, да, вы берете свои обороты, вы берете свой объем, да, который приносит компания. И в соответствии с этим правилом Парето вы можете посмотреть, на каком уровне эффективности вы находитесь. Ну, для каждой компании это различные, да, как бы точки, потому что в идеале это 20 на 80, и если вы смотрите, что у вас пропорция идет дальше 40 на 60, либо 50 на 50, то для понимания цели и задач вашей компании и для динамики того, в какой ситуации вы находитесь, падение или, сильного падения или небольшого падения, вы принимаете решение. Да, либо мы продолжаем в том же ключе с тем же наличием персонала, с теми же затратами, и мы выплывем, либо нет, нам нужно срочно принимать меры, да, мы должны срочно сокращаться. В принципе, конечно, нужно проводить достаточно глубокий анализ для того, чтобы не допускать серьезных ошибок, количественные, да, и качественные в соответствии с этими показателями. Но как основную точку, да, как бы принятия решения, можно вот руководствоваться вот таким способом, да, вот такими инструментами. Далее. Например, мы решили, что отдел продаж нужно сокращать. Да? И для того, чтобы нам понять, насколько вы сокращаете, насколько эффективно будет сокращение, мы с вами проводили предыдущий анализ, то есть соотношение затратной части и соотношение объема, который мы получаем. В зависимости от этого, если, например, у вас в компании 10 менеджеров, и вы хотите сократить, вам кажется, что нужно сократить одного или двух. Вы смотрите, например, если вы сокращаете одного менеджера, сможете ли вы его объем клиентов, объем его продаж раскидать на других менеджеров? Да? Какая эффективность при этом сохранится? Вы должны понимать и знать и видеть эффективность ваших менеджеров для того, чтобы правильно оценить, если вы увольняете человека, была ли его работа, эффективность его работы зависела ли от того, какой человек, да, какой профессиональный менеджер, либо она зависела от его, например, клиентской базы, да, которую он ведет. То есть каковы усилия были приложены, усилили меньше, да, либо усилили больше. В зависимости от этого вы и примете решение, сократите вы двух-трех менеджеров, да, и какова эффективность по перераспределению их обязанностей, по перераспределению их базы, может быть в дальнейшем. То есть вы смотрите, может ли компания потерять, да, в объеме продаж при уменьшении тех затрат, которые вы сделаете. Насколько компания может потерять? Как быстро она может потерять? То есть вот этот весь прогноз перед тем, как принять решение сокращать, перед тем, как принять решение увеличить, да, вы должны его провести. Такой прогноз даст вам, по крайней мере, вероятность уменьшения в разы рисков при дальнейшем понимании, что вы совершили ошибку, и людей надо возвращать, либо опять нужно кого-то обучать, да, либо менять. В принципе, данные действия вы можете проводить в ситуации, когда вы хотите, в кризисе удержать и стабилизировать объем продаж, если это возможно. Да, мы говорим, опять же, каждой ситуации нужно говорить персонально. Да, в каждой компании свои нюансы, в каждой компании свой путь развития и своя стадия развития, на которой ее застиг кризис. Да, это тоже очень внимательно надо учитывать. Далее, как один из еще рецептов, да, если вы, например, хотите сократить одного или двух менеджеров, и у вас существует такое понятие, как бэк-офис, то есть помощники, которые работают, допустим, с документами, вы можете рассмотреть такой вариант, как, например, сокращение двух менеджеров, но найма еще одного дополнительного помощника, чтобы облегчить, да, ситуацию с документооборотом того объема клиентов, который у вас остался. Да, потому что, например, объем клиентов мы оставляем, сокращаем
количество людей, чтобы увеличить их эффективность, да, в работе, но, соответственно, бумажный объем, как это показывает практика, порой очень сильно, скажем так, дестабилизирует ситуацию, и те надежды, которые возлагали на то, что вроде как сократились затраты, должна увеличиться эффективность, и клиентская база осталась прежней, вот это бумажная волокита, нераспределение вот этих обязанностей, документы оборота порой рушат нашу эффективность на тот же процент, на который мы ожидали, что он растет. Если же в вашей ситуации, ну, к сожалению, да, невозможно, кризис застал вас в такой точке, в которой вы понимаете, что вы не выкарабкаетесь, да, либо вам нужно максимально сократиться и переждать, да, есть такая возможность, то в данной ситуации я бы порекомендовала вам максимально сокращать количество менеджеров, оставлять на них, скажем так, только технические функции, то есть если вы пережидаете, то, безусловно, да, есть какие-то продажные функции, у вас остается возможность платить этим людям бонусы, но, опять же, объем этих менеджеров, объем выполняемых их задач в связи с сокращением клиентской базы, да, он будет меньше в разы, что позволит вам сократить достаточно серьезно затратную часть. Также вы их можете перевести, если это возможно, на удаленную работу. Это поможет вам сократить какие-то затраты именно по арендной части. Но здесь возникает очень четкий вопрос, что вам нужно поставить ситуацию контроля. Обязательно ситуация контроля, иначе в противном случае вы потеряете все. Да, желая сократиться, вы незаметно сократитесь вообще. Такая опасность, она существует, и она очень высока. Если же вы хотите бизнес полностью закрыть, то здесь, конечно, надо поставить акцент на то, чтобы вы должны собрать все возможные, да, задолженности со своих клиентов, все возможные платежи, довыполнить все возможные обязательства, которые компания имеет, да, дабы в дальнейшем, я думаю, что любой бизнесмен, что-то закончив, начинает заново, он должен сохранить свое лицо, должен сохранить свой имидж, да, для более благоприятного и быстрого выхода на рынок. Соответственно, здесь вы можете максимально сократить количество менеджеров и, поставив на них только технические задачи, здесь у вас сокращается и затратная часть зарплатная, да, и, в принципе, для мотивации этих людей, для того, чтобы они остались и эффективно доделали свои задачи, вы можете облегчить им график работы, и можете, ну, как бы это нужный момент, вы договариваетесь, что вы отпускаете их на различные собеседования, потому что люди ищут работу, они понимают, да, что им нужно продолжать зарабатывать, им нужно как бы, ну, не заканчивать свой путь, к сожалению, там, допустим, с окончанием пути вашей компании. Если же... Ну, например, как конкретный пример, я могу вам сказать, что вот в 2008 году, при наступлении кризиса, я непосредственно возглавляла направление эксклюзива по дистрибьюции России компании, турецкой компании «Хаят», это торговая марка «Бинго». И в тот момент, причем компания была достаточно процветающая, и доходность была очень высокая, но владельцы бизнеса столкнулись с той ситуацией, что все платежи были предоплатой, и с турецкой стороной не смогли договориться об каких-то отсрочках, и нужны были какие-то залоги для того, чтобы предоставлять большие отсрочки. И, к сожалению, не нашли возможность залогового ни имущества, ни каких-либо других вариантов для того, чтобы обеспечить платежи перед турецкой стороной, и были вынуждены бизнес, скажем так, даже не закрывать, а передать сторонних компаний ИВЯП, это торговая марка ДУРУ, была такая договоренность с турецкой компанией, с российской, и мы передавали полностью бизнес. То есть фактически бизнес оставался существовать, но ту структуру торговую, которая у нас была, мы закрывали. И в тот момент я максимально сократила, у меня остался один менеджер, который полностью завершал все договорные обязательства, которые проходили по нашему юридическому лицу, и передавал, да, и завершал все платежи. И с компанией, принимающей данных клиентов, была договоренность, что пока мы не подтверждаем финансовое закрытие подписанных сверок, они не начинают отгрузки следующей компании. То есть, вот, скажем так, пошли нам навстречу. И далее я уже взяла на себя самых крупных клиентов, с которыми были самые сложные ситуации. Фактически в одном исполнении, да, я уже завершала передачу всего бизнеса. То есть фактически мы сократили затраты, хотя не было такой необходимости, то есть бизнес был высокорентабелен, но тем не менее вот ситуация сложилась, она кризисная, да, как бы была, и кризис именно рыночный, а не внутри бизнеса.
Вот таким образом, то есть вот практически, да, как бы именно так и сделали, что, в общем-то, быстро помогло и передать, и с наименьшими потерями, какими-то затратами. Поступили вот вопросы при подготовке данной презентации. Я выбрала на себя несколько вопросов. Например, значит, компания ОГАРСИ спрашивает: в ситуации падения рынка, уменьшением продаж, самое оптимальное решение по персоналу отдела продаж? Оптимизация численности сотрудников в кризис? Ну, в принципе, я в общем ответила, да, ну, скажем так, даже не в общем, а более конкретные дала уже, да, какие-то рекомендации. Самая первая рекомендация: обращайтесь к целям бизнеса, обращайтесь к задачам бизнеса на сегодняшний день, и исходя из них вы всегда подбираете, кто вам нужен, что вам нужно, насколько людей нужно сократить, да, или насколько людей нужно, на какое количество людей нужно увеличить, потому что здесь вы принимаете для себя решение, вы справляетесь с таким количеством персонала, с теми задачами, которые вы поставили, или же вы не справляетесь, и данное как бы решение вас всегда должно двигать к тем или иным действиям. Второй вопрос. Когда такая сложная ситуация на рынке, как кризис, падение спроса, большая конкуренция, как не оступиться? Больше уделить внимание навыкам менеджеров, выстроить жесткую систему плана продаж или увеличить штат менеджеров? Компания наша занимается предоставлением услуги мониторинга транспорта, это контроль за транспортом и топливом. Резко упали продажи, цены на оборудование приходится снижать, чтобы оставаться конкурентоспособным. Компания Delson. Ну, поэтапно, да, ну, как не оступиться, вы понимаете, да, это как не оступиться, здесь достаточно серьезный анализ должен быть, анализ рынка, анализ вашей позиции на рынке, анализ ваших возможностей, соответственно, да, здесь вы тогда смотрите, как вам не оступиться. Значит, больше уделять внимание навыкам менеджеров, это нужно внимание уделять всегда, в кризисе вы не в кризисе, потому что не уделение вниманием навыков менеджеров может как раз вас и привести в кризис. Что делать в первую очередь, я опять же, да, как бы ранее уже рассказала, оценивайте ситуацию, да, как бы принимайте для себя решение, что в данной ситуации вы хотите делать, отталкиваясь от задач. Выстроить жесткую систему плана продаж или увеличить штат менеджеров, здесь хочу сделать маленькую такую корректировку. План продаж никогда не зависит от того, увеличиваете вы менеджеров или, не, или уменьшаете. План продаж у вас должен быть всегда. Один у вас менеджер или у вас нет менеджеров, вы только начинаете бизнес, вы ставите свой план, и он, вне зависимости от того, какое количество менеджеров, он должен быть у вас всегда. Да? Это основа вашего бизнеса. А уже под объем этого плана вы, соответственно, подбираете менеджеров. Поэтому, если вы здесь хотите увеличить план, вы должны максимально сначала поставить задачу на существующий объем количества менеджеров. Если они не справляются, то и вы видите возможность, то вы можете увеличиваться. Дальше. Здесь мониторинг транспорта и контроль транспортом. Я немножко эту среду знаю. Я знаю, что у вас есть определенное конкурентное преимущество тем, что ваша установка данного оборудования регламентируется государством уже порядка 4 лет и является обязательной установкой. Но на сегодняшний день, да, в кризис, я думаю, что, ну, рекомендацию, которую я могу вам дать, это, например, если вы не крупный агрегатор, то, возможно, если ваши продажи сильно падают, вы можете уйти, ну, переждать кризис под крыло какого-то крупного агрегатора. Тем самым вы они не несут затраты на ваш офис, да, а вы не несете затраты на какую-то крупномасштабную рекламу и маркетинг. Вам может обеспечить это достаточно известная крупная компания. Ну, на самом деле, тут я бы чуть больше в практическое русло бы вопроса перевел, потому что, в общем, понятно, что нужно сосредоточиться на целях бизнеса, но цели, они примерно все одни. Ну, грубо говоря, нужно зарабатывать, нужно развиваться, нужно расти и так далее. Цели примерно понятны. Но вот, грубо говоря, есть кризис. Я сейчас более практическую сторону попробую это перевести. У меня есть отдел продаж, в нем 10 человек, у меня есть план, но сейчас у меня происходит кризис, я не могу обеспечить просто оборотными средствами, да, не хватает просто денег, чтобы платить всем 10 менеджерам. Вот практическая ситуация. Что мне сделать? Мне сократить и увеличить им процент, поднять им план, сократить, чтобы увеличить эффективность там и так далее. То есть вот какую рекомендацию здесь можно дать вот конкретно? Ну, это вот как раз то, с чего я начала. Вы смотрите объем затрат,
которые у вас существуют, да, берете в первую очередь окладные части, берете бонусные части, берете, если существуют прямые какие-то, да, затраты маркетинговые, и смотрите их соотношение тому, какой объем приносят ваши менеджеры. В зависимости от того, вот опять же правило Парето, в зависимости от того, что если вы находитесь, ваша затратная часть находится на уровне 60 или 70%, а ваша доходная часть составляет от этого 30%, вы понимаете, да, что либо вы должны сесть на каждого менеджера и пройти с ним четко его задачи, пройти с ним четко каждого менеджера и посмотреть, где он недорабатывает. То есть вы должны найти вот эту эффективность, вот эту, не, вот эту, скажем так, нереализованную эффективность, которая вас держит на 30% или на 40%. В этом собственный вопрос. Как сделать так? Вот у меня есть 10 менеджеров, а зарплата только на 8, да? Я понимаю, что мне нужно из них вытянуть больше. Как вот в условиях кризиса? Я им и доплатить не могу, но в то же время их эффективность нужно поднять. Вам не нужно им доплачивать. Вам нужно поднять на сегодняшний день ту эффективность, которая уже вами оплачивается. Это действительно практическая ситуация. В большинстве компаний, это по собственному опыту, да, консалтинга и выведения компании из кризисов, я могу вам сказать, реализация эффективности менеджеров по ту зарплату, которую платится им, вот сейчас практически в каждой компании – это максимум 40%. Максимум. Это при том, что просто существует руководитель отдела продаж, существуют менеджеры. Если вы садитесь непосредственно с менеджером, проходите с ним по клиентской базе, прорабатываете с ним каждого клиента, смотрите, что он сделал, что он не сделал, и ставите ему задачи, и он их прорабатывает, а вы получаете результат с ним еще раз садитесь, вы уже увеличите его эффективность до 50-60%. Далее, когда он поставит эту работу на поток, он сможет обрабатывать уже большее количество менеджеров, да, потому что он будет уже понимать эту эффективность, да, как бы в онлайне, он будет каждый день понимать, что ему делать, с какого клиента что спросить. Вы за этим осуществляете четкий контроль, и вы повышаете эту эффективность еще до 70%. Но, соответственно, там, с повышением уже привлечения каких-то новых клиентов, если это возможно, да, если рынок позволяет и так далее. То есть по практике я могу вам сказать четко совершенно, что в каждой компании недоработанная эффективность минимум 30-40%, это однозначно. То есть, грубо говоря, уже из текущих менеджеров я могу вытянуть на 30-40% больше. Да. Инструмент. Меня сейчас смущает ваш инструмент. Вы говорите, сядьте с каждым менеджером, потратьте кучу своего дорогущего времени на то, чтобы ему указать, что ему делать. Но, кажется, это не очень эффективно с точки зрения руководителя. Если вы руководитель отдела продаж, это ваши прямые обязанности. Сидеть, это не, указывать, это ваше, да, это ваше дорогущее время, это ваши прямые задачи как руководителя отдела продаж. Потому что если вы сформируете план продаж, если вы поставите задачи, да, менеджерам и дальше пойдете, ну, простите, скажу простым языком, да, курить бамбук и ждать, когда кто-то выполнит ваши задачи, да, ведь руководитель, он управляет, правильно? А управлять значит непосредственно и контролировать, значит непосредственно понимать, кто с вами работает, выполняют ли люди эти задачи. Это ваша основная главная задача – получить результат. А как вы получаете результат? Либо вы набрали высоких профессионалов, да, и с высокими зарплатами, и вы опустили, ну, скажем так, отдали им все на откуп и знаете на 100%, что они выполнят. Я могу вам сказать точно, вы опять заблуждаетесь. Любой даже высокоэффективный менеджер с высокой зарплатой через какое-то время становится демотивированный этой высокой зарплатой и тем, что он такой профессиональный, высокий и крутой. Это, опять же, практика. Это человеческое, к сожалению, свойство, да. Это даже здесь не с профессионализмом связано, это связано с нашей человеческой сущностью. Да, понятно, спасибо. Именно это я хотел услышать, то есть конкретный вот совет. Да, действительно, руководитель отдела продаж должен четко ставить задачи, требовать выполнения и действительно следить и контролировать те моменты, которые связаны с продажами в его подразделении. Ну, и вы поняли, да, что у вас как минимум есть 30-40% того, что ребята не отрабатывают. Из них надо выдавить эти 30-40% и выдавить пока получается вот таким вот образом. Поэтому даже вы вот в ситуации, которую вы обрисовали, вы из 10 этих менеджеров, если у вас есть, скажем так, возможность финансировать только 8 менеджеров, в принципе, вы можете сократить до 8 менеджеров, но максимально с ними заниматься, да, то есть максимально контролировать, ставить задачи, прорабатывать те слабые моменты, а они есть у всех, те зоны роста, да, которые нужно делать. Если вы не можете это делать самостоятельно, привлекайте обучение. Пусть сокращение вот этих двух менеджеров вы потратите, да, допустим, на обучение этих людей – разы.
базово, но зато вам даст это выхлоп синергии, да, то есть вы потратите это, вы сделаете 2 плюс 2, но у вас будет 5 результат. То есть, ну, это действительно практика, она подтверждается, и она действительно работает. Другой вопрос, что у нас обычно всем лень, или у нас обычно нет времени, или более высокий руководитель не считает, что они должны, как вы правильно вы до этого сказали, тратить свое безумно дорогое время, не понимая, что менеджеры, они именно за это им это платят. Вот здесь такая. Хорошо, история. Понятно. Есть еще вот более еще конкретный вопрос, да. Да, вопрос. Значит, какое наилучшее соотношение продающего персонала и бэк-офис в B2B? Насколько человек процентов или процентов продающих должно быть больше или меньше, чем бэк-офиса? Или численность должна быть равной? От чего это зависит? Ну, я сразу, тут еще дальше есть продолжение вопроса, я сразу отвечу на это. Нет такой матрицы, да, или нет такой, такого правила соотношения бэк-офиса с менеджерами или менеджеров с бэк-офисом и так далее, или по отношению к общей численности компании. Это опять возвращаясь к тому, с чего я начала. Ваши задачи, ваши цели, ваши финансовые возможности, да, финансирование, наличие или отсутствие его, или там возможность его появления, данные критерии должны диктовать для вас то, какое количество людей вы набираете, какого уровня профессионализма вы набираете, да, и, соответственно, сколько вы им платите. То есть всегда это растет только, эти решения принимаются только исходя из данного анализа, иначе никак. Я бы тут даже добавил, дело в том, что особенно в ситуации кризисной, набор дополнительного персонала и вообще, когда речь возникает, допустим, приходит к вам руководитель отдела и говорит, слушайте, мне нужен человек, мы не справляемся, неважно, бэк-офис это или отдел продаж, не суть, мы не справляемся с текущим потоком. Кажется, что ну, к вам пришел руководитель отдела, профессионал своего дела, видимо, он знает, что у него проблема, что ему и приобретение нового человека поможет эту проблему решить. Вот с точки зрения руководителя, мне кажется, у вас даже должен сразу сработать какой-то нервный тик, и надо в этот момент пойти и посмотреть детально, что за проблема, где и есть ли действительно эта проблема. Потому что закрытие проблемы открыванием там, крана побольше воды пустить, да, побольше людей, это не самый эффективный способ решения. Поэтому всегда внимательно посмотрите, прежде чем увеличивать штат. Это прям очень важный момент, особенно вот в ситуации, которую мы сейчас обсуждаем в кризисе. Совершенно правильно, совершенно правильно. Да, потому что очень часто руководители, не желая вникать в какие-то проблемы, или же не имея возможности, не имея навыков, не имея порой даже знаний решения этих проблем, они считают, что просто набором, да, как бы увеличением штата или взятием какого-то специалиста, они эту проблему решат. То есть порой они даже не понимают, какой именно специалист нужен. То есть в этом тоже может быть ошибка. И вторая часть вопроса, вот, которую мы говорили, значит, как определить, какое количество сервисных инженеров здесь необходимо компании, если они зимой не приносят денег. Сезонных брать нельзя, наломают дров, нужны только профессионалы. Ну, вот, к сожалению, вот у агроклуб не обозначили направление, да, как бы их деятельности, поэтому здесь, ну, вряд ли я смогу сказать, какое количество сервисных инженеров надо брать или не надо, но если брать ситуацию, опять же, в общем, да, и возвращаясь к предыдущей презентации, опять же, либо вы берете там, ну, например, у вас должно быть в штате 10, да, этих сервисных инженеров, которые справляются в сезон, да, а, видимо, здесь зима не сезон, и они, ну, как бы не нужны. Значит, может быть, нивелировать это таким образом, что у вас есть 4 постоянных профессионала, например, да, и 6 у вас есть контрактников, то есть сдельная работа. Для того, чтобы они не теряли навыки, вы можете, скажем так, микшировать из тех 6, которые у вас контрактники по сдельной, вы можете какое-то время их поменять на постоянных 4, да, а тех 4 постоянных перевести на сдельную. То есть делать некий такой микс, да, чтобы люди не теряли навык, чтобы они как бы присутствовали в компании, работали, обучались. Либо как вариант, если вы берете, ну, например, 6 постоянных сотрудников, то на сезон зима вы должны просто определиться, возможно, вы их можете загрузить какой-то другой технической работой, да, если позволяет компания. Опять же говорю, не знаю направление, да, компании, но в принципе по опыту я понимаю, что есть, возможно, если сервисные инженеры, есть, может быть, какая-то другая техническая работа, может быть, даже посадить их как консультантов на телефоны, да, опять же, увеличить продажи, аспект, да, и обучить их, скажем так, именно возможности продавать, и их навык сервисного инженера поможет и, скажем так, увеличить, да, их компетентность, да, и их авторитетность, да, в разговоре с клиентом. Да, в этот моменте может произойти некоторое перераспределение обязанностей, когда отдел продаж станет отделом привлечения клиентов,
а вот те самые сервисные инженеры станут отделом консалтинга, да. То есть сопровождение, техподдержки, ну и так далее. То есть ответы на технические вопросы, да. С которыми сейчас, возможно, там работают менеджеры по продажам, а их задача, на самом деле, продавать. Да, ну это вот если говорить, если мы не понимаем сферу, да, но понимаем суть. И вот такой вопрос еще. Значит, у нас в магазине 5 продавцов, менеджеров, так сказать. Ну это вот уточнение автора. Я уже давно предлагаю руководству уволить 2-3 и взять пару молодых продавцов и одного опытного менеджера на управление ими. И обучение ведению продаж и переговоров не абы как, а по скриптам и технологиям. В данный момент общается на 4 с минусом. Происходит слив клиентов регулярный. Правильно ли я советую или не стоит в кризисное время раздувать штат новыми сотрудниками и вообще производить замены? И как заставить продавцов уделять время не только вошедшим в магазин клиентам, но и клиентам с базы Битрикса, которые что-то покупали или хотели купить? Ну, поэтапно. Значит, я так поняла, автор давно предлагает руководству уволить, значит, 2-3, да, и взять пару, скажем так, более опытного, да, менее опытных и одного руководителя. Ну, в любом случае, руководитель должен быть всегда, 5 ли у вас менеджеров или продавцов, да, какой-то администратор, либо какой-то старший менеджер, то есть всегда более профессиональный, более опытный какой-то наставник в коллективе, да, розничного магазина, будь это там точка вот как Евросети, да, то есть это вот цифровые, да, какие-то технологии, будь это какая-то одежда и так далее, всегда в управлении данными сотрудниками должен быть один более опытный сотрудник, поэтому то, что рекомендует, то, что спрашивает автор, да, в принципе, технически, да, эта рекомендация правильная, то, что он настаивает своим руководством. Другой вопрос, что надо не настаивать, а надо аргументировать. Если у вас есть понимание цифр, да, и понимание эффективности, которую принесет данная смена, перемена такого состава, аргументируйте это цифрами, но вы должны понимать, что вы берете на себя ответственность в данной ситуации, да, если ваше руководство пойдет все-таки на ваше предложение и сделает так, как именно вы советуете и рекомендуете. Вы должны четко просчитать и понимать, да, для чего вам смена этих людей и что улучшится после того, как вы это сделаете. Работа по скриптам и технологиям, да, безусловно, это увеличивает эффективность. Конечно, нужно обучать сотрудников, и в наш сейчас период очень высокой конкурентности рынка действительно работают уже не только низкие цены, ну, они, скажем так, работают все меньше, а работает именно сервис, работает именно технология, да, как бы подхода к клиенту, работает максимальное именно умение обслуживания клиента, умение понимать клиента, то есть конкуренция переходит на уровень качества, а все-таки уже не на уровень низких цен. И здесь такой момент, что работает, общается на данный момент 4 с минусом. Ну, здесь вопрос, с чего вы оцениваете. Если по 5-бальной шкале, то у вас отлично работает менеджер, потому что на 5 никогда никто не работает. Да, это абсолют величина, и, к сожалению, мы с ней почти не сталкиваемся. Если же из 10 баллов, то, соответственно, да, делаете выводы. Это, конечно, очень плохо, если 5 человек работают на 4 с минусом из 10. Безусловно, либо вы их обучаете, и у вас эффективность повысится, либо делаете так, как вы предлагаете, да, и, скажем так, придете к какому-то результату. Но, опять же, результат надо обозначить, к чему вы идете. Значит, я правильно понимаю, что основная рекомендация, как бы действительно, да, нужно сейчас уделить внимание своим продавцам. Либо из своих вырастить, например, руководителя. Да. Да, это тоже правильный и очень экономный путь. Да, да, не искать, да, сейчас нового, дорогого, да, а из своего вырастить руководителя, может быть, кого-то сократить, оставить 2-3 действительно. Ну, тут виднее, наверное, нашему, тому, кто задает вопрос, потому что он своих людей знает, а мы нет. Да, безусловно, нет. Но если человек уже выходит к руководству с таким предложением, значит, он уже понимает и видит какую-то проблему, он понимает уже какую-то неэффективность. Другой вопрос, что если он все-таки хочет реализовать, да, и улучшить работу этих людей, он должен все-таки обозначить правильно эту неэффективность и обозначить тот результат, да, и путь того результата, как он хочет прийти к нему, да, чтобы
чтобы аргументировать ту смену персонала или то привлечение обучения персонала или ту перестановку персонала, да, которую он планирует. Вот здесь он спрашивает, правильно ли я советую или не стоит в кризисное время раздувать штат новыми сотрудниками и вообще производить замены. Ну, здесь, наверное, немножечко сам некорректно просто задал вопрос, потому что раздувать штат это не соответствует раздуванию штата. Если вы хотите сократить, наоборот, да, как бы и просто эффективность увеличить, вы ни в коем случае не раздуваете. Такую перестановку в кризис можно делать, если вы понимаете, что это будет эффективность, что это вам поможет минимум удержаться в стабильном состоянии, да, как бы не упасть. Это уже будет очень высокий результат, потому что для кризиса, ну, не упасть и удержаться на плаву, это все равно, что вырасти. Фактически, да, вы понимаете, что да, в кризисе да. Немножко все это нивелируется. И вопрос, как заставить продавцов уделять время не только вошедшим в магазин клиентам, но и клиентам с базы Битрикса, которые что-то покупали или хотели купить. Мы не знаем, опять же, направленности бизнеса, да, то есть чем занимается компания, но... Сантехникой, насколько я вижу. Ну вот я не увидела. Но в любом случае, да, это, скажем так, ситуация, она свойственна фактически любому розничному магазину. И здесь единственное, что я могу посоветовать, да, опять же, ситуация очень индивидуальна, но какие инструменты сразу же можно применить? Ну, во-первых, опять же, возвращаемся, ставить задачи. Если вы ставите задачу своим менеджерам, что нужно уделять внимание, да, как бы клиентам с базы Битрикса, да, и повторно, чтобы они совершали это повторное, да, или там... уже третья покупка, то в первую очередь у вас должна такая стоять задача. Менеджер должен знать, что он должен это делать, что от него это ожидают. Это первое. Это нужно контролировать. Да, опять же, вы поставили задачу, например, обзвони клиентов, которые совершали у нас покупки там, месяц назад, и дай мне, пожалуйста, отчет. Да, то есть предложим какие-то новинки, либо там спроси впечатление о том, о той покупке, которую они уже сделали. Да, если вы, готовые как, скрипты, то есть должны сантехника. Быть. Да, да, здесь уже можно совершенно спокойно по готовому скрипту работать. То есть здесь нужно обозначиться, нужно напомнить о себе, это обычное, да, как бы правило, и понять, насколько клиент положительный или отрицательный, вообще как он настроен на вашу компанию, и стоит ли дальше ему что-то вообще, в принципе, предлагать, да, потому что... А может быть у них, например, план по возвращению клиентов? Не только там по обработке новых, а, например, прям конкретный план продаж. Вот у тебя должно вернуться там 10 клиентов в месяц из тех, которые ранее интересовались. Безусловно. И, но здесь вопрос такой, что для того, чтобы вернуть клиента, надо понимать, что он ушел. А для того, чтобы понимать, что он ушел, нужно обязательно ему позвонить. Из магазина-то понимаете, ушел. Да? Нет, но он ушел, может быть, уже с покупкой, да? А мы, например, и он купил что-то, скажем так, какую-то... какой-то аксессуар к той крупной покупке, которую он сделал, да, он купил в другом месте, а хотя мог купить и здесь. Вот здесь мы поймем, что клиент ушел. Вот здесь уже, да, у нас момент включается, да, клиент ушел. Значит, здесь у нас включается ситуация клиента вернуть, да, и мы ставим определенную задачу, нам надо вернуть. Но в любом случае, для того, чтобы его вернуть, нам надо хотя бы ему позвонить. Но поэтому, да, первая задача... Это уже вопрос скриптов, грубо говоря. Да, какой скрипт применяется в том или ином случае? Но первая по факту задача... работа должна быть. Первая задача – позвонить клиенту и вообще узнать, да, как бы, что с ним происходит. Может быть, он вообще завтра собирается в наш магазин, да, и нам даже не надо сильно ничего делать, чтобы его возвращать, но наш звонок его еще раз замотивирует на то, что он действительно завтра должен приехать, да, и какую-то покупку совершить. И такой момент, что, значит, еще один инструмент, который вы можете сделать, это добавить пункт KPI, да, например, на, то есть мотивация именно на… на данное действие, да? Например, такой вот KPI, как бонусная какая-то, да, составляющая, ну, я как пример сейчас беру, да, это может быть какая-то бонусная составляющая за то, что клиент, совершивший покупку месяц назад, в течение ближайших, например, 3 месяцев, совершит повторную покупку. То есть здесь мы уже ставим вопрос не так, что только позвонить клиенту, а уже ты должен, позвонив клиенту, произвести свой звонок и свое общение таким образом, чтобы этот клиент действительно совершил покупку в ближайшие там, месяц, два или три, потому что тебе за это будет бонус. Да? Но это условно простым языком. То есть модель у менеджера, она именно загружается таким образом. Я получу вознаграждение, если я опять верну, ну как бы приведу этого клиента. То есть это либо... контроль, если средств мало, постоянный, да, либо это уже мотивирующий KPI-пункт, да, который фактически
даже в кризисной ситуации вы сможете позволить себе выплатить этот KPI, если у вас будут возвращаться клиенты, потому что вы увеличиваете, причем не за счет новых, да, как бы клиентов, а вы увеличиваете объем свой оборот за счет прихода и новых покупок уже старых имеющихся клиентов. Поэтому, в принципе, ресурс на выплату KPI у вас будет всегда, если покупка совершена, правильно? А да. Для менеджера это, скажем так, очень хорошая, да, мотивация, тренировка и, опять же, да, как бы выполнение своих обязанностей. Угу. Ну, в принципе, вопросы у меня все. Передаем слово Александру. Да. Спасибо. Добрый день, коллеги. Я хочу продолжить, плавно перейти от темы развития или сохранения продаж в кризис к развитию компании продаж, отдела продаж в так называемый стабильный период. Хотя, наверное, те, кто занимается бизнесом, вряд ли скажут, что вообще в принципе бывают стабильные периоды в бизнесе. И хочу начать с того, что предлагаю разделить понятие кризис, определиться с ним. Потому что есть кризис внешний, в государстве, в мире, там, в регионе, в отрасли, где угодно. Я так понимаю, такие позиции мы здесь рассматривать не будем. А есть кризис в компании, я хотел бы разделить их тоже на две части. Кризис, который... Это настоящий кризис, когда в компании там что-то не получается, когда там с сотрудниками не выходит. Может быть, там конкуренты предложили какую-то супер идею, и мы не успели перестроиться к этому моменту, и у нас резкое падение. И кризис такой в кавычках, когда руководителю, владельцу или сотрудникам кажется, что у них кризис, на самом деле это колоссальная неэффективность, вроде бы какие-то объемы происходят, есть поток клиентов, они обслуживаются, но постоянно что-то не срастается то здесь, то там. И вот этот хаос, который просто неорганизованность, когда ручное управление постоянное, зачастую руководители называют кризисом. Хотя, скажем так, что, наверное, такой кризис, в кавычках, он в любом бизнесе присутствует постоянно, потому что бизнес – это не что иное, как деятельность в условиях ограниченных ресурсов. Если бы нам всего всегда хватало, ну, вообще бы было все красота. Поэтому вот я и называю эту ситуацию «кризис» в кавычках. Теперь давайте поговорим о том, что же такое стабильная ситуация на рынке и в чем, собственно говоря, проблема. Казалось бы, все хорошо, все стабильно, клиенты есть и прибыльность в компании есть, но штука вот в чем. Бизнес – это такая машинка, которая всегда должна расти и развиваться. Это по определению, потому что если она не растет, она как ребенок. Вот представляете, ваш ребенок не растет, вы, наверное, забеспокоитесь очень сильно. Также и с бизнесом. Сначала руководитель и владелец подсознательно думают, что здесь что-то не то, вроде все хорошо, но что-то здесь не то. А потом это начинает напрягать, а потом уже понимаешь, что если нет роста, начинается падение. Люди, сотрудники в компании не любят, когда компания не движется. Они тоже хотят делать какую-то карьеру, продвигаться. И что же нам делать в этой ситуации? Вот давайте такие инструменты предлагаю и обсудить. Первое, на что хочу обратить внимание, в такой ситуации надо обратиться прежде всего к вопросам к себе. Потому что основной проблемой в такой ситуации является не ситуация на рынке, не ситуация с сотрудниками, а ситуация с руководителями, с владельцем бизнеса. То есть есть какие-то причины, по которым бизнес не растет. Либо это недостаток эффективности, мы над ней не работаем, либо мы просто загружены постоянно какими-то делами непонятными. Либо, вот еще один момент, на мой взгляд, более важный. Когда мы, одна из основных причин, по моему опыту, не роста компании, это позиция «бизнес ради бизнеса». То есть ничего лишнего, только бизнес. Мы тут затеяли вот эту вот игрушку под названием бизнес, чтобы заработать немножечко бабулечек. И в определенный момент все заканчивается, потому что мы прикладываем какие-то инструменты, да, и денег мы вроде заработали, но роста нет, потому что цели как таковой у бизнеса, ее тоже не было. Появились деньги, деньги есть. Мы, в общем-то, цели реализовали, ради которых. Чтобы дальше двигаться, надо эти цели поменять. И первый шаг, о котором, ну, так, версия хард, я бы сказал,
для руководителя это, конечно, подумать о стратегии, такое страшное слово, на самом деле оно не страшное. Это те цели, ради чего, в общем-то, бизнес делается, и куда мы хотим прийти, куда мы хотим попасть, в конце-то концов. Здесь всегда есть крайности. Одну из крайностей я назвал, это бизнес ради денег, а вторая крайность – это какая-то величайшая миссия. Сейчас это очень муссируется, что вот там, давайте посмотрим на Стива Джобса, он меняет мир. Ребята, как вы собрались менять мир, если вы там торгуете, ваш бизнес там по производству чехлов для мобильных телефонов? Ну, наверное, вам что-то там в голове у вас будет плохо складываться, и будете все время себя корить за то, что ну, вот, не складывается у меня какой-то большой, великой цели. Где-то посередине для большинства компаний находится вполне внятная и понятная цель – это стать лучшим в той нише, в той области, в том регионе, где вы работаете. Если вы поставите такую цель, именно лучшим стать, не первым, не обогнать всех по объему продаж. Это как раз вы сваливаетесь в другую крайность, что больше денег и горе оно все огнем, вот так скажем. А если вы ставите задачу стать лучшим в каких-то областях, может быть, там не по обслуживанию клиентов, по эффективности сотрудников и так далее, то сразу нарисовывается та цепочка действий, которую вам надо совершить для того, и вы понимаете те проблемы, с которыми вы столкнетесь, и через решение этих проблем и задач вы и строитесь с этого места и начнете двигаться. Почему я говорю, что это версия такая hard, жесткая? Потому что эта деятельность, она находится, если кто-то помнит или знает окно Эйзенхауэра, да, в категории несрочное, но очень важное. И на это очень мало всегда находится времени и сил, потому что оперативная деятельность какая-то, она затягивает постоянно. То есть надо найти время, остановиться и сесть и сделать это. Трудность еще в том, что большинство людей никогда это не делали, просто не знают, как бы собраться с мыслями. Да. Здесь обычно помогают консультанты, если человек не может справиться. Но правило простое. Вам придется найти на это время. Его надо выделить, грубо говоря, закрыть дверь, все выключить, сесть и сказать, вот сейчас, вот час-два, там, полдня я буду заниматься этими вещами. И ничего больше не делать. Это очень сложно, но этот инструмент работает всегда. Всегда он работает. Если вы этого не можете, грубо говоря, вы попросите консультантов, консультанты сделают с вами то же самое. Просто они рядом с вами сядут и заставят потратить это время на ту работу, которую нужно сделать. Это первое. Второе, с точки зрения стратегии, наверное, надо будет посмотреть на внешнее окружение, чего зачастую никогда не делаем. Вообще, в принципе, наше направление бизнеса, особенно это касается компаний, которые узкие и региональные, может расти за пределы региона. Вообще у нас есть ресурсы в нашем регионе, чтобы обеспечить этот рост. Может быть, наверное, нам стоит поменять вообще не структуру бизнеса, а бизнес в принципе. Да? Может быть, нам следует оставить ну, какое-то наше направление, поработать над эффективностью и, наверное, переключиться на какие-то другие направления, может быть, вообще его продать. Потому что если мы не будем развивать бизнес, наверное, он как-то то, с чего я начал. Посмотреть, есть ли возможность вообще в принципе масштабировать, как это делается там, в других странах, как это делать, ну, более где маркетинг там и менеджмент, бизнес более развит, откуда, в общем-то, собственно говоря, к нам большинство идей до сих пор приходит. Мы не являемся экспортерами ни технологии управления, ни технологии менеджмента, ни технологии маркетинга. Пока мы все это тоже импортируем, потому что мы, как говорят, поздно начали заниматься бизнесом в том понимании, в котором он во всем мире существует. Поэтому обратите обязательно внимание. Вообще мы хотим масштабироваться и расти, а позволяет на наше направление, наша отрасль вообще в принципе это делать. К примеру, там тот же самый Polaroid, да, как бы он там эффективностью не управлял, что бы он ни делал, не успели зайти в цифровые камеры. Ну, все, ребята,
закрылись очень быстро. И дальше, когда мы проработали над этими вещами, у нас появляется понимание, куда нам двигаться, какие шаги, что мы хотим от этого получить. И вот в этот момент мы начинаем работать уже над эффективностью нашего бизнеса. Это следующий шаг, такой софт, мягкий. Почему софт? Потому что если у вас не хватает крепости и нервов на первый шаг, вам все равно придется начинать со второго, но сначала. Но это будет сложнее, потому что можно за эффективностью уйти немного в сторону. И потом, когда вы все равно придете к целям и стратегии, как двигаться дальше, то немножечко поймете, что запросто сделали некоторое количество лишней работы ненужной, когда работали над эффективностью. Что входит в понятие эффективности, почему мы занимаемся эффективностью? Ну, во-первых, нам надо упорядочить вот этот кризис в кавычках, чтобы не было вот этого хаоса, потому что любые усилия, инвестиции в хаос, они его только увеличат. Второе. Для любого движения вперед, для какого-то рывка, не рывка, а просто продвижения, наверное, нам нужны будут дополнительные ресурсы. Говорить о том, что на тех ресурсах, которые мы используем сейчас, ну, у нас не получалось расти, значит, нам надо их где-то извлечь. За счет наведения порядка, за счет той эффективности, может быть, подкопить. Это могут быть финансовые ресурсы какие-то, на что они нам понадобятся. Но, опять же, я начал с того, что не растем мы потому, что сами в чем-то уже достигли своего потолка. Но если мы, как руководитель, достигли своего потолка, то, скорее всего, наши подчиненные, прежде всего это касается линейных руководителей, скорее всего, тоже достигли своего потолка. И это одна из основных причин, почему мы не можем двигаться. Сотрудники, которые являются исполнителями, они готовы исполнять свою работу, а руководители, которые линейные и среднего звена, так называемые, они ввиду своей квалификации уже реализовались полностью. И здесь встает вопрос, что, скорее всего, ну, если посмотреть, вот, когда вы будете заниматься стратегией, вы придете к выводу, что, наверное, надо будет смену руководящего персонала какую-то проводить. Потому что, особенно когда компания стартует, там все руководители, они в одной команде, они с владельцем, они зажигают, там все весело. А потом начинается рутина, эти люди, они неплохие сотрудники, они просто зачастую не способны по своим психофизическим свойством выполнять эту работу. Там должны прийти другие руководители. Их надо найти, их надо отобрать. Сначала надо разобраться, что это будут за люди. И большая вероятность, поскольку у нас вряд ли есть такой опыт найма таких людей, большая вероятность в том, что на первых порах будут ошибки. Придет какой-то человек, он будет не справляться с ним, там испытательный срок, с ним придется расстаться. И вот на эти все вещи, вот на эти ошибки, какие мы будем делать, да, нам и нужны будут вот эти небольшие финансовые ресурсы. Они на самом деле действительно небольшие, но мы их получаем за счет оптимизации, за счет эффективности. В какое направление с точки зрения эффективности по продажам нам следует обратить внимание? Ну, прежде всего, там хочу коснуться там модного слова «скрипты», оно здесь уже звучало. Это двоякое. Штуковина, верить в эту там волшебный инструмент, волшебную таблетку, можно себя подставить. Почему? Скрипты очень хорошо работают, если вы расширяете отдел продаж. К вам приходят люди зачастую, либо те, которые никогда не работали в продажах, ну, у которых есть потенциал, которые хотят себя реализовать. Это больше всего сотрудников. И это неплохо, потому что они хорошо обучаемые. И к вам приходят, например, сотрудники, которые работали в продажах, но совсем в других сферах, которые для вас не подходят. Поэтому, давая им скрипт, мы этим добиваемся чем? Люди легко проходят по скрипту, не замечая того количества отказов, которые они получают от клиентов с той стороны. Когда человек думает не о том, как ему отказали, он эмоционально выключается, его задача четко исполнить скрипт, его мысли там, и проходя вот этот вот период адаптации, когда человек получает там много отказов на первых порах, если у нас продажи связаны, например, там, с какими-то холодными или там, теплыми звонками, неважно, или много встреч у нас, бизнес с этим связан, то человек легче адаптируется и тогда уже готов воспринимать другие технологии, которые у нас в продажах есть. Наверное, нам придется поменять структуру управления на период эффективности, структуру управления отдела продаж.
посмотреть, может быть, у нас руководитель перегружен, может быть, у него много менеджеров. И в связи с этим какие-то менеджеры либо недогружены, либо могли бы выполнять полностью ту нагрузку, но просто управленческой квалификации и ресурса управленческого не хватает, чтобы их поддерживать. Наверное, нам может быть там понадобится супервайзер, помощник руководителя, неважно, как мы его назовем. Это мы уже смотрим в зависимости от бизнеса, с чем мы работаем. Может быть, нам придется, настало время, когда мы сможем реализовать, например, и наш бизнес позволяет разделить отдел продаж там, на две или на три части, то есть на людей, которые будут обслуживать клиентов, на сервисменов, которые вы говорили, которые более глубоко будут выезжать там, к клиентам и какие-то технические вопросы решать, но все равно, тем не менее, связанные с продажами. Когда мы, что значит связанные с продажами? Это когда не просто надо, например, обслужить оборудование, но и выполнить какую-то задачу, например, там, что-то допродать, допоставить. И человек, который является просто инженером, не имея навыков каких-то общения с людьми, не имея и вообще не принимая такие задачи, да, то есть, ну, я инженер, что я буду такие вещи делать. Наверное, с ним надо либо посылать человека из продаж, либо дообучить этих людей, чтобы они приняли на себя эту задачу прежде всего и начали ее исполнять. Может быть, пойдет разделение, там, я уже сказал, на поиск и ведение клиентов. То есть сейчас менеджеры, например, делают и поиск новых клиентов, и обслуживают старых, да продают им, развивают их, увеличивают средний чек. Может быть, надо будет посмотреть их, разделить, и эффективность из-за этого увеличится. Если мы видим, что мы, опять же, наш продукт, наш рынок это позволяет, это нужно будет сделать. Естественно, первое, с чего надо начать, это посмотреть на, выполняют ли наши продавцы, отдел продаж какие-то непрофильные функции. Там, занимаются ли они логистикой, там, может быть, в некоторых сферах имеет смысл вообще работу с дебиторкой забрать у продавцов и возложить на отдельного, там, не отдел, хотя бы человека, который с этим справляется, у него очень узкая функция, это сильно разгружает отдел продаж, и прежде всего это разгружает отдел продаж с точки зрения, я сказал, ментальной, психологической, потому что психологически продавцу очень сложно, он уже по факту свою работу сделал, он отгрузку сделал, продажу сделал, он клиента убедил в том, что надо воспользоваться нашей услугой, а теперь на него наваливается еще там выбивание дебиторки. Да, бывает так, что продавец немножко некачественно это сделал и сам своей работой породил эту дебиторку. Казалось бы, чтобы он эту проблему и решал. Но до тех пор, пока он ее порождает и решает, получается замкнутый круг, который вот эти вот суету и хаос-то и плодит. Мы не можем понять, что это проблема. Потому что, ну, какая-то дебиторка собирается, что-то отгружается. Как только мы это разделим, мы сразу поймем, о, вот этот менеджер, он постоянно плодит такие проблемы нам. А вот этот менеджер, он с пониманием относится и выполняет регламенты по правильной работе. Ну, естественно, в момент, когда у нас вроде все стабильно и работает, нам надо выяснить и усилить работу по продвижению по нашему основному каналу привлечения. Потому что зачастую начинается скакание прежде всего, а давайте так, а давайте через интернет, а давайте через соцсети попробуем, а давайте еще какие-то там инструменты, на выставку поедем. Надо выяснить тот основной канал привлечения, который дает нам основных и лучших клиентов и усилиться на нем. Это самые быстрые и ближние деньги для того, чтобы развитие. И потом уже без этого действия не имеет смысла, на мой взгляд, заниматься вот этой чехардой и привлекать другие каналы. Как только мы сделаем эти два пункта, разберемся со стратегией эффективность, тогда, ну и на этом же этапе, конечно, автоматизация, все, что касается там облачных вещей, там то, чем занимается компания Bittrex, это все на этом этапе надо вводить, чтобы было понимание контроля, как работают менеджеры. И только потом, когда все эти вопросы решены, надо уже будет задумываться о каком-то расширении и продвижении. Опять же, надо будет смотреть, позволяет ли наш бизнес, например, расширяться через франшизу, если мы этого хотим. Потому что мы сейчас видим, что франшиза – это такое очень модное слово. Все, которые что-то слепили, получилось, какие-то деньги зарабатываем, мы будем делать франшизу. Но если посмотреть трезво, очень малое количество бизнесов позволяет, в принципе, франшизировать это направление. Да?
сразу хочу сказать, чем меньше во франшизе составляющего продаж, а больше составляющего продукта вашего, и чем сложнее продукт, тем легче выстраивать франшизу. Но зачастую люди говорят, ну что, мы там сейчас вот вас научим, как сделать сайт, как там настроить директ, как поток трафика, и все. А продукт это опять там кошельки какие-нибудь. Ну продукта нет. Зачем, за что покупать франшизу? Ну тогда, наверное, лучше может быть какой-то сделать обучающий бизнес, потому как делать этот бизнес. Потому что франшиза никакая не получится. Вы ну, сами себе наступаете на все места больные, потому что не очень понятно людям, которые все это сделают потом, за что вам платить либо роялти, либо покупать те же самые ваши кошельки. Это будет тяжело, и борьба с ветряными мельницами или там решето в воде носить, потому что вы постоянно партнеров, франшизеров находите, они постоянно отваливаются, а репутация франшизы – это основное, на чем она развивается. Если партнеры уходят, то, наверное, весь проект закроется, вы зря потратите время. Поэтому надо подумать, как вы будете расширяться. Через филиарную сеть, через партнеров, через продажу франшизы, через просто увеличение количества продажников, увеличение трафика, какие-то оптимизации бизнес-процессов внутри. Если, например, у вас там B2C бизнес, может быть, вы перейдете из там офлайнового магазина, добавите онлайновые какие-то продажи. Там. Это уже когда решены первые две задачи. И в заключение, что еще хочу сказать. Все-таки есть проблема расширения, когда другого порядка, когда у нас много клиентов, когда мы не справляемся с трафиком входящим и так далее. Ну, это сейчас инновационные продукты или мы так выстроили маркетинг, что и мы говорим, вот у нас проблема, мы не знаем, расти, как расти. Там проблема другого, скорее всего, надо обращать вот на что, на показатели финансовые, потому что можно широко шагнуть и не удержаться, как говорится, ноги разойдутся на льду и упадем. Почему я так говорю? Зачастую я сейчас вижу такую вещь, что люди считают финансовые показатели, упираясь на финансовые показатели маркетинга. То есть мы сейчас посчитаем ROI входящего потока, мы зальем туда, там к нам клиенты побегут. Да, но, ребята, ваши затраты на маркетинг могут в общем, в общей структуре дохода ну, такую колоссальную часть занимать, что оставшейся части прибыльности, маржинальности вам не хватит просто на содержание продажников, на содержание там бэк-офиса, на содержание, на производство вашего продукта. Поэтому за этими вещами надо смотреть. Да, есть всегда желание помахать шашкой, но это иллюзия. У вас красные телефоны, а вы не можете, у вас не хватает финансов нанять людей, чтобы они обслужили весь этот поток. И здесь всегда вопрос в балансе, ну, как езда на велосипеде. То же самое, когда мы говорим о том, что мы начинаем расти. Да, тоже надо четко смотреть за балансом финансовых показателей. Я хочу сразу сказать, что есть два показателя, которые очень сильно влияют на этот баланс. Это маржа и маржинальность. То есть если она падает, скорее всего, вы превращаетесь… То есть если вы идете на поводу ваших конкурентов и компаний, которые изо всех сил стараются демпинговать, то, скорее всего, ваш бизнес превратится в лягушку, которая в молоке гребет лапками и под вопросом забьет, она еще это масло, хватит у нее сил или не хватит. И вторая – это так называемый показатель выработка на одного сотрудника, вот, который касается напрямую эффективности. То есть, если он у вас не растет, наверное, вы над эффективностью не работаете. И если вы построите там элементарную финансовую модель, ну, не построите, обращайтесь, поможем, можно четко посмотреть вот эти показатели, которые должны у вас уже быть в компании при точке безубыточности и при росте этих показателей, как будете вы расти. Вот, в принципе, все. Спасибо. И, как сказал наш президент вчера, если постоянно двигаться вперед,
результат будет обязательно. Да, верно, спасибо. На самом деле, давайте чуть-чуть резюмируем, как бы вот подведем такой итог. Прежде чем начать масштабирование, даже в стабильной ситуации, надо навести порядок внутри. Однозначно. То есть навести порядок в том, что сейчас есть. Как минимум, а если даже мы считаем, что у нас порядок, надо разложить его по полочкам и разобраться, из чего же этот порядок состоит. Убедиться, что он там действительно есть. Да, и убедиться, что он там действительно есть. Но, скорее всего, когда мы начнем раскладывать нашу ситуацию по полочкам, по показателям, более глубоко внедряться, например, на сегодняшний момент мы используем там в продажах 5 каких-нибудь показателей, да, но стоит посмотреть, наверное, еще пяточек накинуть, посмотреть с другой стороны. Может быть, какой-то показатель из тех 5, которые мы использовали, уже становится неактуальным, а другие, мы на них обращаем внимание. Когда мы разложим все по полочкам, мы скажем, да, все у нас лежит по полочкам. Значит, мы начинаем понимать, какие шашки нам на поле двигать. И тогда у нас появляется понимание, куда нам направлять основные усилия. Те же самые 80 на 20, о которых говорила Наталья. Да, и правильно я понимаю, что в этот момент мы, собственно, вводим основные показатели вот этого роста эффективности. Выработка на человека, да. Маржинальность. Однозначно. Это, ну не знаю, если вы за ними до сих пор не следите, это первое, что надо сейчас ввести и вообще за ними смотреть. Да, и, собственно, по этим показателям мы понимаем, что да, мы увеличиваем выработку на человека, значит, мы смогли увеличить эффективность своей компании, эффективность продаж и так далее. То есть вот это те показатели, на которые, собственно, нужно посмотреть. Смотрите, мы, например, вот сейчас ситуация какая? Говорю, в нашем бизнесе. Вот мы стараемся, не прибавляются у нас ни прибыли больше, например, ни объемов продаж. Вопрос, мы растем или не растем? Мы вроде стараемся. Вот эти показатели нам и дают понимание. Да, может выручка у нас не расти. Ну, отрасль такая, в стране такие вот ерунда, да? Но мы смотрим, а у нас что по клиентам там происходит? Они вообще растут? Да, растут. Но у клиентов тоже выручка падает, у клиентов тоже, да? Если мы не привлекаем новых клиентов, скорее всего, наша выручка, наш объем продаж упадет. Но если мы привлекаем новых клиентов, у них, они стали у нас... понизился средний чек, они стали меньше покупать. Наверное, мы останемся на том же уровне в продажах, но мы видим, что мы правильную работу проводим, у нас больше клиентов. То есть по факту растем. На падающем рынке абсолютно верно, это рост. Да. Мы забираем долю рынка, в количественном показателе нам пока это незаметно, но если ситуация на рынке поменяется, у нас будет просто выстрел тогда. Угу. Тогда, поэтому чем больше показателей, по которым у нас есть движение, нам надо их определить и посмотреть. И если у нас нет движения по основным показателям, там прибыльность, там размер маржи, объем продаж, то надо опускаться ниже. Там-то у нас есть какие-то изменения, мы там что-то делаем, мы двигаем те показатели, мы действия делаем для увеличения этих показателей. Угу. Если делаем, тогда надо уже делать вывод, почему мы там все у нас растет, а здесь не растет. Может быть, это внешний рынок, может быть, мы не тем клиентам продаем, может быть, наши продажники усилились по клиентам, которых там вот такая маржинальность и очень маленький низкий чек, да, средний. Понятно. Я еще хотела добавить вот как раз к этой ситуации, что порой бывает необъективно поставлен план продаж. То есть бывает план продаж равно амбиции собственника, да, или амбиции начальника отдела продаж, потому что он постоянно получает недовольство собственника, да, или более высокого руководителя о том, что все плохо работают. И вот это вот решение проблемы «все плохо работают» выражается в том, что давайте мы сделаем вот столько. И если эта тенденция как бы не меняется месяц за месяцем, то это и ведет к очень жесткой демотивации сотрудников, потому что люди не выполняют этот план продаж, а причем они его не выполняет объективно в этой ситуации, да, потому что он просто завышен, он не высчитан, он не, скажем так, стал несоизмеримым, да, он был поставлен несоизмеримо. Вот. И, соответственно, вы как раз полностью получаете себе кучу проблем. Вы не выполняете, как вы считаете, что вы неэффективны, потому что вроде как показатели, которые вы поставили, вам показывают, что вы их не выполняете, да, это заблуждение. И вы тут же домотивируете свой отдел продаж. А чтобы его мотивировать, вам нужно опять прикладывать новые усилия, понимаете, да? А что же нам, может быть, нам зарплату увеличить и так далее? А это не нужные действия, понимаете, но вы его породили тем, что вы не просчитали объективно план продаж, вы просто поставили туда свои амбиции. Понимаете? И сразу же породили вот эту ситуацию, которая... Понимаете? А как посчитать правильно план продаж? Дайте какой-нибудь совет.
как вот Александр уже достаточно полно раскрыл, во-первых, вы оцениваете внешний рынок, да, вы оцениваете ту отрасль и ту конкурентную среду, в которой вы находитесь. Ну, что конкретно я оцениваю? А какой-то объем уберите рынка? Конкурентов. Давайте прям вот если буквально вы берете конкурентов, вы знаете, вы понимаете по отношению к конкурентам, вы вторые, вы третьи, вы пятые, вы десятые. Если да? Не понимаете, вам надо. Да, вам надо это понять, здесь без вариантов. Вы должны это понять, да, каким-либо способом. Значит, в соответствии с этим вы смотрите, лидер какие имеет показатели, при каких затратах, да, у лидера 100 человек, и поэтому он лидер, да, там, как, например, иностранная компания, да, в рынок, продуктовый рынок, да, там, Даноны, там, Кока-Колы, да, там, Ригли и так далее. У них огромная штатность, но они лидеры, да, и эта штатность оправдывается тем, что они лидеры. И, соответственно, дальше вы смотрите, на каком месте от этого лидера стоите вы, да, может быть, вы являетесь лидером. Соответственно, вы меряете всех остальных, и уже здесь ваша эффективность зависит от того, какую амбицию, насколько объективна ваша амбиция. Я хочу еще больше, а ты можешь позволить себе это больше? У тебя есть доля рынка, которую ты можешь либо взять, она ничья еще, либо забрать у своего конкурента. И стоит ли это делать? Тебе хватит ресурса, тебе хватит возможности ее потом удержать. Потому что забрать ради того, чтобы забрать и сказать, да, я лучше, а потом тут же упасть вниз, потому что ты надорвался, ну это тоже неправильно, вы понимаете, да? Поэтому здесь, как вот Александр до этого вот полностью раскрыл, то, на что я вот сделала маленький акцент в самом начале, цели, задачи, понимание, да? И когда вы правильно это объективно, ну, хотя бы близко, правильно, объективно оцените, вы сможете допустить намного меньше ошибок и намного меньше рисков у вас будет уже. Это рыночная история. А если на внутреннюю историю посмотреть? Вот у меня есть там, опять же, 10 продажников, и мне нужно, ну вот у меня сейчас нет больше ресурсов, но мне нужно поставить им план. И как рассчитать план выработки на вот продажника? То есть какие здесь инструменты или подходы? Опять же, то, о чем я говорила, вы берете динамику за прошлые периоды, динамику короткую, динамику длинную, да, то есть, допустим, динамика квартала там 3 месяца, да, это вам позволит посмотреть, что у вас изменилось за 3 месяца в ситуации, допустим, вы уже в кризисе 3 месяца, рынок, например, да, в кризисе 3 месяца, либо он только начался, вы берете период 6 месяцев, вы поймете, как вы подходили к этому периоду кризиса, с какими показателями, да, с какими показателями вы вошли в этот кризис и как они себя повели, да, за последние там 2-3 месяца, какова динамика. То есть вы будете сравнивать с тем, с той ситуацией, когда вы были в состоянии, ну, условно назовем это состояние покоя, да, когда рынок стабильный, когда, допустим, кризис только-только подходил, он еще даже, ну, скажем так, не начал вступать. И вот эти вот периоды вам покажут, с какой быстротой вы начали лететь вниз. Если вы полетели очень быстро, значит, вы уже в период стабильности были неэффективны, понимаете, да? Потому что хорошо эффективная компания не может быстро, да, как бы оступиться, да, и упасть. Как это, большой шкаф падает громко, но медленно, да, там и тяжело. Вот, ну, понимаете, да? То есть, если же вы быстро полетели, значит, вы уже были неэффективны. Значит, первое, на что вам нужно обратить внимание, это вытаскивать эффективность из своих сотрудников. Это прорабатывать задачи, прорабатывать бизнес-процессы, смотреть, что и куда вы тратите, да, как бы на какой процесс направлено ваше, ну, движение. Вот, соответственно, ну, опять же, да, силу прилагать вы поймете в зависимости от периода и от той динамики, которую я вам сказала, с какой быстротой вы пошли вниз. А если вы стабильно вошли в ситуацию кризиса и вы чуть-чуть пошатнулись, ну, значит, у вас достаточно все очень хорошо. Если вы смогли с теми позициями, которые у вас были, стабильно проходить какое-то начало, да, там, или разворот кризиса, то да, вы себе можете поставить большой плюс, но не расслабляться. Значит, вы должны минимум посмотреть, что вам помогло это сделать, минимум посмотреть, как вам удержать эти позиции. Да? А потом уже думать о том, стоит ли расти, потому что есть и направления, которые действительно растут в кризис. Для них это благоприятная, да, как бы почва. Я, к сожалению, сейчас сходу не приведу, да, какие-то примеры. Но, тем не менее, да, это как бы возможность. И хочу еще добавить, да, как вот в своем практическом опыте,
компания была по производству одежды для беременных с 26 розничными магазинами. Компания зашла в глубокий кризис, и причем кризис рынка самого одежды, он только-только начинался. Это был 13-й год, начало 13-го года. Компания сама по себе была в глубоком кризисе уже 3-4 года, то есть отсутствие прибыли, да, постоянно как бы за точкой безубыточности, ну, в тех или иных, да, как бы масштабах. И первое, с чего мы начали, да, когда я работала по оптимизации, я проводила как бы антикризисную политику в этой компании. Первое, с чего я начала, это отдела розницы, да, оценила вообще эффективность руководителей. И руководитель там занимался только персоналом, подбором персонала и открытием магазинов. То есть фактически он был непрофессионален в продаже, да. Тут же, то есть вы поняли, все, вот она налицо проблема, почему компания ушла в кризис. Потому что управляющий основными продажами ничего с продажами общего не имел. Угу. И в этой ситуации вот это как раз сокращение персонала или не сокращение, да. Первое, что я сделала, я наняла руководителя. Понимаете, да, мы вроде говорим, надо сокращать, но я наняла руководителя, и мы перераспределили обязанности на данного сотрудника, то есть пошел на понижение бывший руководитель, но, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, она уволилась достаточно быстро, потому что женщина была в возрасте, для нее это было, ну, амбициозно очень, как бы она не смогла это, наверное, психологически просто принять, да, как бы данное понижение, причем ее никто не обвинял. Она была поставлена владельцами, это не ее вина, да, как бы это владельцы определили, да, что да, она понятно. Будет этим заниматься. И, соответственно, дальше мы просто прочистили все бизнес-процессы, посмотрели, какова эффективность, мы сократили несколько магазинов, это необходимо было, соответственно, они повлекли за собой сокращение персонала из магазинов, да, то есть это объективная ситуация, закрылся магазин, мы, ну, соответственно, уволили людей. Но менеджеры, которые сидели в офисе, они являлись, как бы, скажем так, ну, на выписке так называлось, да, им вменили достаточно много новых обязанностей, они должны были вести аналитику определенную, да, по тому, как они отгружают магазины, потому что этого тоже не существовало, там, ротацию коллекции и так далее, и, соответственно, мы посмотрели, сколько менеджеров может справляться с каким количеством магазинов и при повышении вот этого, да, объема эффективности, и сократили уже настолько, там, из того количества, которое было, там, по-моему, одного или там двух мы, по-моему, убрали. В итоге-то и, соответственно, что? Это я говорю к тому, что не обязательно кризис пошли и всех сократили, да? Видите, ну, понятно, здесь первый шаг, который мы сделали, мы наняли. Вроде бы, казалось бы, да, вроде кризис должны сократить, но мы поняли, что если мы сократим, мы вообще не получим этой эффективности, проще закрыться. Угу. Для того, чтобы удержаться хотя бы на плаву, нужно, чтобы было понимание, чтобы вытащить вот эту эффективность. Кто может вытащить? Человек, который, по крайней мере, в этом, да, найти руководит. Проблему, это уже на 50% да, ее решить. Да, да. А потом уже мы посмотрели, где что можем оптимизировать. Я бы даже назвала это не сокращением, а оптимизацией все-таки. Угу. Вот. Угу. И, соответственно, принято. Это было решение, каких людей сокращать, но это было уже объективно. Почему? Потому что здесь сузили, здесь, да, поставили больше задач, и я соответственно. В продолжении буду задавать вопросы. В частности, например, как наилучшим образом мотивировать руководителя отдела продаж? Вот как раз про него шла речь. Чем мотивировать руководителя? Ну, на мой взгляд, руководитель, опять сейчас скажу, есть два момента. Лучшая мотивация для руководителя, вернее, как? Не мотивация, а лучший KPI, наверное, для руководителя – это привязка его вознаграждения к марже, к маржинальности. Он формирует доход, он управляет скидками, он управляет там, в большинстве компаний, имеет большое влияние там, на ценообразование. Если мы говорим там, о секторе там, B2B, например, ну, просто он мне немножко ближе. Поэтому он напрямую отвечает не только за объем продаж, но и за доходность этих продаж, и его мотивация должна зависеть от этого. Но он может, например, не управлять тогда маркетингом и расходами на маркетинг. Да. Они тоже влияют. Ну, маркетинг, продажи – это всегда такие пограничные рядом конфликт. Идущие, да. Наверное, да, тот руководитель, который так выстроит свою систему и отношения в компании, где маркетинг и продажи не подерутся, тот, наверное, достигнет больших успехов, потому что это вечный конфликт маркетинга и продаж. Да, они отвечают. Но маркетинг все-таки в большей степени отвечает за входящий поток, если мы говорим об этом, да. Если там входящего потока нету, то, ну, наверное, там что-то с маркетингом менять. Да. То есть KPI поставить ему маржинальность. Это основной KPI должен. Я считаю, он должен присутствовать однозначно. Другой вопрос,
А на какой стадии находится на данный момент компания? Потому что если компания совсем небольшая или там сложные проблемы в компании, то введение такого инструмента может вообще все подорвать. То есть, ну, убежит руководитель, он не готов, как говорится, такие повороты не для моей лошади. Поэтому надо вести, я думаю, если мы возьмем там тенденцию, как мы растем от маленькой там крепче, то в любом случае должен наступить такой момент, когда руководитель отдела продаж мотивируется от маржинальности продаж. Ну понятно, это какая-то далекая цель. Например, это объем? А сейчас это, наверное, объем, и обязательно в обязательном порядке руководитель отдела продаж должен в своих KPI иметь активность менеджеров. То есть выработку на менеджера? Нет, выработка на менеджера, она мерится в деньгах. Ну, а да, вот, почему вы ему не поставите? Да, в план? То есть выработку на менеджера, да, активность менеджера – это звонки, встречи, то есть те действия, которые ведут к результату, обязательно должны ставить его KPI. Если наш основной канал продаж, например, B2B – это переговоры, то, наверное, это количество встреч. Проведенных. Угу. Если это, например, там B2C, мы на входящем трафике, то, наверное, это, естественно, количество проведенных там входящих звонков и конверсии по их закрытию. Ну, тут еще должна быть какая-то заинтересованность, то есть фундаментальный KPI, он же должен как-то в деньгах, то есть в выручке, которую приносит отдел продаж, правильно? То да. есть это план в деньгах. Безусловно. Понятно, у него должны быть еще дополнительные количественные KPI, да. что там надо столько-то встреч, надо да. столько-то звонков если, совершать, надо столько-то Если наша компания или наш руководитель не готов к тому, чтобы отвечать за маржинальность, то, естественно, это будет всем известный, там, может быть, оклад плюс процент, от объема продаж. Угу. Еще один вопрос задам, наверное, тоже к вам, он такой более философский. Один из наших партнеров пишет: все никак не могу заставить себя пользоваться CRM. 6 тысяч клиентов, но, говорит, не успеваю вносить. Ну, мне кажется, это вот исключительно философский вопрос. Это, да, философский. Вот то, с чего я начал, да. Может, не надо? Может, не надо. Ну, да-да-да, это хостер. Вариантов два. Первый, не заставляйте себя, заставьте сотрудников. То есть найдите человека, который руководитель, который пользовался CRM, который понимает, насколько это полезно и какие задачи это решает. Поставьте задачу, и он все вам сделает, если это не ваше. Если компания, ну, 6 тысяч клиентов, я думаю, там уже какой-то отдел продаж все-таки есть. В одного не обслужишь никак. Ну, тут бизнесы разные бывают, конечно, в одного не обслужишь. Поэтому здесь, наверное, ментальный вопрос, что вообще, я бы даже так глубже сказал, что начнем с того, что бизнес – это всегда изменения, всегда. И, собственно говоря, любой руководитель, его работа – проводить эти изменения. То есть из точки А в точку Б когда-то куда-то двигаться по показателям, почему угодно. Если он этого не делает, это вообще не руководитель. Но его можно назвать супервайзером, наверное. И вот владелец компании, который говорит: вот я руководитель, у меня 6 тысяч клиентов, водить, не водить CRM. Это страх проведения этих изменений. Скорее всего, здесь проблема не в CRM. Человек боится отпустить контроль. То есть он отдаст, он сам не хочет в этом разбираться или не имеет на это времени, но это не его компетенция, может быть, там творческий человек, я не знаю, что они там производят, 6 тысяч клиентов. Он боится отдать, потерять контроль, полностью поставить задачу человеку, и боится начинать это осваивать, ну, там, не в полной мере, но хотя бы надо иметь представление, чтобы ставить задачи там по работе с CRM, даже руководителю, да. Для него это, например, какой-то темный лес, или он сам себе сказал, что это темный лес, я в это не полезу, я в этом ничего не разбираюсь. И теперь возникает вопрос, ну, а стоит или не стоит водить CRM? Ну, а да, может быть, сейчас и не стоит. 6 тысяч клиентов? Ну, конечно, нет. Может быть, уже поздно. Там, наверное, слишком много клиентов. Excel распух так, что ни один фильтр не спасает. Но там есть, уверен, своя информационная система. Еще такой вопрос, он тоже про эффективность, про KPI. Холодные звонки. Как правильно оценить рентабельность и конверсию? То есть, грубо говоря, как понять, хорошая конверсия сейчас у меня в холодных звонках или не очень? То есть, какая она должна быть, какая средняя, вот из вашего опыта? Конверсия, я не могу сказать по опыту, потому что я знаю компанию, у которых конверсия холодных звонков, там, например, 25%, то есть каждый пятый вообще приводит к заказу, да, а есть конверсия, где там, ну, я такие не встречал, конечно, но говорят знакомые, что там из тысячи там трое
Ну, это очень сложно. Наверное, это все-таки... От рынка зависит? Да, вот. Это зависит абсолютно от рынка. Ну, например, если мне все время звонят какие-то услуги в телефоне, предлагают, я вообще не понимаю. Если B2C, там, наверное, конверсия. А в B2B, когда мы обращаемся, наверное, может быть, уже компания наша немножко известна там на рынке, там на региональном или в общем, да, то, наверное, нас будут уже более внимательно слушать, как минимум выслушают наше предложение, они сразу бросят трубку. Ну, здесь, наверное, вопрос скорее так, как вот, грубо говоря, если уж мы занимаемся холодными звонками, надо понимать, правильно, хорошо мы это делаем или плохо? Вот, вот. Как понять, хорошо или плохо? Посчитать. Надо посчитать. Вот у нас сотрудники, вот у нас затраты на наш отдел продаж, вот у нас количество холодных звонков, вот у нас выхлоп с этих холодных звонков. И очень просто посчитать, может оказаться, что, может быть, даже холодные звонки нам вообще не рентабельны. В принципе. То есть... Так вот, время, затрачиваемое менеджером на совершение звонка, собственно, денег, сколько мы за это заплатили, сколько доход получили. Да, мы менеджеру платим там оклад плюс процент, плюс он там, я обычно все время беру еще, давайте не будем забывать, что менеджер занимает там рабочее место, интернет, телефоны. Вот сложите все эти затраты, посмотрите на стоимость клиента, которого вы привлекаете там, через холодные звонки. Ну, если это ваш основной канал привлечения, если нет других, то, наверное, надо еще поразмыслить, как отсечь другие каналы, посчитать, чтобы только этот канал. Ну, конечно. А если вы это сделаете, посчитаете, может оказаться запросто, что стоимость вашего клиента вот, через холодный обзвон может оказаться сильно дороже, чем маржинальность вообще от этого клиента в принципе. А мы еще не хватали бэк-офиса и там производства, да, вообще не брали. Да. Ну, в общем, самый главный ответ – посчитать. Да, надо это, сесть, это обязательно Excel, надо сесть и посчитать, а потом уже задать вопросы, в чем там проблема. А, неэффективность менеджеров. Не та база. Не тому звоним, плохо звоним, не так звоним и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Может очень запросто быть, что… Одна вещь, которую обычно забывают, количество касаний. Вот представьте, например, я, например, знаю, что когда я в давность работал там напрямую, там торговым представителем и агентом, я когда сам себе считал вот количество касаний, я точно знаю, что после 5-6 встречи я 100% подаю. Я когда это узнал... Ну, да, около 7 касаний должно быть, да. 5-6. Я когда это узнал, мне настолько стало легко работать, потому что на первой встрече я вообще говорил, да вы что, я вам что, продавать ничего не буду. Попросите, не отгружу. Я просто познакомлю. Да, потому что я точно знаю, что после 5 я продаю всем, и это моя статистика показывает. Но когда я начал... До 5 еще дойти же. Да, но когда начинаешь смотреть на сотрудников, оказывается, что твои подчиненные больше 3 касаний никогда не делают. Они считают, что это все, это потолок. Да, все, 3. И если мы посмотрим, что в холодных звонках наши делают 3 касания, бросают этого клиента, начинают дальше звонить, то какой там выстрел? А тут помогает CRM. Абсолютно посчитать верно. Посчитать количество контактов. Да, абсолютно верно. Ну и последний. Маленькое добавление. Я скажу, что еще можно вот ко всему, что сказано, добавить такой критерий, как сегмент. Сегмент рынка, на котором вы находитесь. То есть позиционирование, извините. То есть либо вы в эконом-классе, либо вы в среднем, либо вы в премиум. Да, здесь вопрос наценки. И если вы в премиуме с наценкой там 200-300% или 400% на свой продукт, звоните, сделали с 25 звонков 3 звонка, вы понимаете, да, то фактически вы оцените с этой позиции эффективность. Если же вы в эконом находитесь, да, где конверсия очень высокая и совершенно низкая, да, как бы цена, и вы зависите именно от, то есть это рынок затрат, да, здесь идет конкуренция по затратам уже, да, на эконом-классе, то здесь вы оцениваете уже из этого, да, у вас из 25 должно быть 24 результативно. Ну да, это простая математика, понятно. Да, то есть вот здесь как критерий можно еще добавлять вот это вот понимание, где вы в позиции находитесь. Да. И в заключение вопрос нашим тренерам, мне кажется, я его чуть-чуть перефразирую, мне кажется, он очень интересный. Какие характеристики продажника важнее, знание продукта или навыки продавать? Ну, я могу сказать сразу сходу, это навыки продавать, потому что знание продукта, продукт всегда разный. Продукт всегда разный, основной концепт подхода к продаже, он одинаковый, то есть есть определенная, да, как бы матрица, она основа. И в зависимости от того, что вы продаете и кому вы продаете, вы уже нарабатываете, да, какие-то нюансы. Поэтому продукт, вы приходите, вы всегда с нуля можете изучить любой продукт, да, изучить его.
А уметь продавать, вы же, продавая один продукт, приходите, вы же опять делаете действие продавать следующего продукта. Поэтому эти навыки не должны никуда уходить. Ну, бывают очень разные сферы. Здесь, там, бывают опять сложные, же, высокотехнологичные продукты, бывают очень простые там, кошельки. Основа концепции продажи, она не зависит от того, что вы продаете. Концепция продажи, она едина. А уже в зависимости от того, что вы продаете, вы добавляете нюансы, да? То есть кому и что. Опять же, сегмент клиента. С премиум клиента вы будете, премиум клиента вы будете общаться совершенно по-другому, нежели вы общаетесь, да, там, с товароведом в магазине, да, как бы в какого-то эконом-класса. Опять же, да, если мы возвращаемся к продуктам, да, или там FMCG рынок. Вот. Там же телефон, да, вы будете продавать не так, как вы продаете там йогурты, да, которые нужно поставить. То есть здесь уже накладывается вариация того, кому вы продаете, да, и какой продукт. Но основа продаж, то есть какие-то ступени, да, по которым и азы, по которым вы ходите, да, технологии, да, она едина. Ну, в общем, ответ такой простой. Конечно. Если вы хотите нанять продажника, нанимайте продажника, а не того, кто, да, знает продукт. В первую очередь. А с продуктом разберемся. Но если у вас низкомаржинальный продукт и большая конверсия, то здесь, конечно, можно людей зачастую и без опыта нанимать для того, чтобы обучать. Но ну, все равно да, в любом, такой вариант, да, тоже да, есть. Но в любом случае вы правильно. Да, они в этом случае знают ни то, ни другое обычно. Я бы даже так сказал, нанимайте профессионала. Что я понимаю под профессионалом? Это человек, который принял, что продажи есть профессия, который принимает сам процесс продаж. Потому что, когда мы говорим, что он должен понимать, мы зачастую наблюдаем людей, которые говорят, я продам все, что угодно. А на самом деле ты никогда ничего не продавал. Ты пришел в какую-то компанию, выучил скрипт. Этот скрипт давал результат, но не ты его придумал, тебе его заставили выучить. А если бы у тебя с этого скрипта не получались продажи, ты, скорее всего, ушел бы вообще из продаж. Но у тебя, к сожалению, стало получаться. Ты пошел к клиенту, рассказал этот скрипт или по телефону, и у тебя стали покупать. И теперь человек считает, что он работал в продажах. И вот этот человек при перемене продукта, способа продаж, он будет неэффективен. А наша ошибка, что мы считаем в таких случаях зачастую, как руководители, что вот хороший продажник ушел, с нами что-то не то. Угу. Копайте глубже, все у нас нормально. Оценивайте, смотрите, персонал, да, оценивайте персонал грамотно, да, со здравым смыслом, а не по его красивому резюме, что он там какие-то книжки продавал, ходя по офисам, продавал их очень много. Да. Понятно. Спасибо. Давайте мы перейдем к более практичным. Никита, у тебя же заготовлены вопросы. Давай, даю тебе микрофон. Да, спасибо большое. Да, добрый день. Коллеги, конечно, на многие вопросы уже ответили, но вот уже стали звучать слова CRM. И я расскажу именно о Bittrex 24 и о CRM, которая там присутствует. Это мощный модуль, который позволяет как раз технически подойти к этим всем вопросам. То есть, если говорить о таких основных темах сегодняшнего, там, скажем, выступления, это о том, скажем, как расти, как управлять правильным процессом. Ну, в первую очередь, если говорить об интеграции технической, это просто правильная интеграция CRM. Ну, вот именно правильная. То есть увидеть положительные моменты, которые, то есть, может быть, не сразу ее внедрять, то есть, может быть, это требует где-то один день, если компания 5 человек. Там звучал такой вопрос, сколько требует интеграция в CRM, где 5 человек. Это может быть для нас, как интеграторов, один день, мы просто обучаем. Но для компании это может быть гораздо больший срок. Поэтому здесь очень важно итерационно и планомерно ее внедрять. То есть внедрить сначала, понять сущность, что в Bittrex 24 это работа с лидами, как они проходят, обязательно соблюдать сделки, чтобы они попадали в воронку и стадии сделки, понять, как это пощупать, как это работает, увидеть эффективность. Может быть, не все сразу получится. Вот, и это так действительно и бывает. У нас у самих, скажем, мы работаем в Bittrex 24, не сразу все получается. Но мы стали как бы постоянно этому уделять внимание. Действительно, просто нужно каждый день что-то понемножку делать. И тогда положительные моменты на сотрудниках тоже скажутся, потому что сначала кажется рутина, 6 тысяч сотрудников занести в CRM, а зачем это, у клиентов точнее, зачем это заносить, для чего. Начать с небольших, занес, посмотрел, увидел положительные стороны, увидел, что дела складываются в, как бы, так сказать, в корзину клиента вокруг него, увидел, что звонки, что с этим удобно работать. И сотрудники сами начнут понимать ценность этого. Потому что, ну, без создания ценности, скажем, работы каждого сотрудника в компании ничего не произойдет. CRM можно насильно внедрять сколько угодно, но толку от этого никакого, в общем-то, по большому счету не будет. Ну, вот это то, что касается, скажем, самой CRM.
Помимо CRM, в Bittrex24 существуют и другие вещи, которые тоже неплохо применять. Если, скажем, как вот у нас в компании, где мы занимаемся веб-проектами, у нас много проектов, и мы работаем с группами и с задачами. То есть нам это тоже помогает. Если мы с клиентами работаем через CRM, выставление счетов, актов и ведение сделок, то, собственно говоря, сама работа ведется с задачами. Возможно, что в вашей компании тоже это будет удобным инструментом. Создал много проектов, создал по ним задачи, их можно автоматизировать. И к этому надо тоже приходить. Это то, что работает на внутреннюю эффективность компании, да, но не только отдела продаж, да, то есть, а именно самой компании, внутреннее производство там, или обслуживание. Ну да, потому что продавать можно много, а делать тоже кто-то должен. То есть у нас специфика такая, что и во многих компаниях, которые, собственно, задавали вопросы, там тоже есть веб-студии, для которых тоже этот вопрос может быть важным. А что важно в самих задачах, да как бы и в CRM, да и при постановке задачи даже продавцам, это постановка задачи правильная. Контроль, ее контроль исполнения. Ну, об этом сказали коллеги очень много и правильно, и более красивыми словами. Спасибо. Вот. Опять же, я исхожу из вопросов, потому что времени уже немного, поэтому там были вопросы по поводу 127, сейчас я даже его найду, такой риторический его назвал автор, у менеджера 127 лидов и только... конверсия 2%. Что делать? Риторический вопрос. Ну, на него ответили. Работать с менеджером. CRM — это только цифры, нужно об этом не забывать. От того, что мы просто ввели в CRM и даже его ведем, это просто цифры. Если у человека 127 лидов, и мы не понимаем, почему, есть ежедневное собрание, 15, послушал, что он говорит. Bittrex24, есть запись звонков. Посмотрел, как он разговаривает, по какой концепции он вообще продает, а продает ли он вообще то, что надо. А те 127 лидов, они вообще подходят? Да, целевые лиды вообще лиды. Может, лиды не те? Да, может быть, не те лиды, поэтому цифрами, конечно, нужно сильно увлекаться и много на них обращать внимание, тем более, что аналитика в CRM есть, она достаточно подробная и хорошая, но про личностный фактор забывать, конечно, не надо. Ну, вот это то, что касается именно внедрения CRM. Я перейду к вопросам, здесь у меня их не так мало, и какие-то из них ответили. Угу. Я даже не стал выделять какие-то специфические, я решил, лучше я отвечу на побольше, потому что здесь есть еще вопросы, объединяющие, скажем, такие типовые. Ну, как оптимально организовать документооборот, спрашивает интернет-агентство, точнее, агентство интернет-маркетинга. Ну, у нас это достаточно просто. Мы сделали так, что счета достаточно гибко. Можно разбить, скажем, один счет на несколько, закрыть их несколькими актами. То есть для нас это оптимальный вариант, потому что мы понимаем, что там счет можно выписать по-разному, в зависимости от ситуации, в зависимости от клиента. Но мы это сделали автоматически. То есть CRM заносится счет, он выписывается, сразу подставляется печать и подпись, менеджер по продажам его отправляет. Все. Нам больше ничего не нужно. То есть мы 1С не используем, поэтому в нашем случае это не нужно. То есть данному автору, может быть, это тоже поможет. Ну, вот, про 127 лидов я уже рассказал. Алгоритм работы от лида и воронки продаж. Ну, здесь все очень просто. Все, что касается… То есть воронка… Начнем уже с воронки продаж. Воронка продаж – это только сделка и ее стадии. Все остальное, что есть Bittrex24 в CRM – это лиды, контакты и компании, которые мы заносим – это все пресейл, по большому счету. Это просто все, то есть там нету, в воронку это не попадает. То есть следы всегда должны быть сконвертированы в контакт или в компанию, в зависимости от того, физическое лицо или юридическое. Можно выставлять предложение, но любое, скажем, то, что уже ушло от лида, мы сконвертировали, что он положительный, должно перерасти в сделку. У сделки есть такие статусы, как, не статус, точнее, а такие параметры, как ее стоимость и вероятность. И в зависимости от этого, это уже в воронку будет попадать, и за это можно контролировать. И и там дальше есть вопросы, их целых там, 5, по-моему, штук, как контролировать длительность этой сделки. Вот длительность самой сделки контролировать нельзя, потому что Bittrex24 сделка – это о деньгах и о вероятности, ну и статусе, который там есть. Можно сделать очень просто. Есть бизнес-процесс, мы так и создаем. Как только создается сделка, у нее назначается ответственность, создается сразу задача – обработать сделку. И все статусы, то есть можно сделать ряд задач по бизнес-процессу. Сделали задачу, эта задача закончилась, у сделки поменялся статус, создалась следующая задача. И так это и происходит. То есть вы в задаче отмечаете время менеджера, который с ней работает, там 2 часа, 3 часа, 10 дней, и вы получаете тем самым длительность сделки. Потом вы посмотрели всю статистику по задачам, в отчете свели и увидели, сколько у вас в целом занимает тот или иной этап сделки.
И как раз вы получите как раз те самые данные, которые как раз вам нужны для того, чтобы понять, что дальше делать с бизнесом. Сколько у вас в целом длится сделка, сколько у вас в целом длится работа с лидом. Вы как раз получите самые данные, которые должны были получить, чтобы понять, куда двигаться дальше. Вопрос, тут есть хороший вопрос про издательский дом. У них несколько юрлиц обслуживают разные направления. То есть у них вопрос такой, надо ли делать несколько CRM. Ну, но при этом отдел продаж один, что важно. Да. Люди-то одни и те же. Да, люди одни и те же. Отдел продаж один, но надо делать несколько юрлиц. Ой, несколько CRM. Ну, несколько CRM, наверное, понятно, что делать не нужно, потому что вся информация будет дробиться и человеку переключаться между тремя вкладками браузера для того, чтобы провести. Ну, это очень тяжело и, наверное, неправильно. Можно сделать так. У сделок есть типы. Можно, то есть направления или типы сделок. Можно завести эти типы, например. Ну, я на нашем примере скажу, мне сложно сказать, чем занимается в издательстве, прямо так сходу. То есть у нас, например, продажа лицензии Bittrex24, разработка. Это типы сделок, и точно так же их делить. Юрлиц можно завести несколько. То есть не будет автоматики, я не могу выбрать автоматически, ну, по крайней мере, скажем, в облачной версии, что когда я завожу такой-то тип сделки, автоматически подтягивается юрлицо. Но вручную это вполне в состоянии сделать в одной CRM. То есть я выбираю тип сделки, например, там, не знаю, продажа журнала, скажем. У меня юрлицо, и выбираю юрлицо. Все. Но я нахожусь в рамках одной CRM, я собираю всю статистику в одну корзину, я вижу всю ситуацию по каждому менеджеру в CRM. Так, ну про хостера мы почитали вопрос. Ну, подряд, наверное, буду читать. Какие, добрый день, какие возможности Bittrex можно использовать в инвесткомпании? Ну, по большому счету, мне кажется… Да, основные CRM. Да, основные CRM можно использовать. Инвесткомпания – сплошные клиенты. Да, задачи. Холодные звонки и все такое – это все прямо про инвесткомпанию. Да, все абсолютно возможности там действительно можно использовать. Ну вот опять же, инструмент замера обработки скорости лидов и сделок. Это как раз решается именно через бизнес-процессы, через… Да, автоматизируем переключение между стадиями через бизнес-процессы. Да. Соответственно, на каждом процессе можем учитывать время и сохранять это там либо в лог, либо сохранить в отчеты по задачам и так далее. Там довольно много возможностей есть, чтобы фиксировались эти моменты. Хороший вопрос про контроль качества. Ну, спрашивают, как вы организуете контроль качества. Мы-то его организуем достаточно просто. У нас есть чек-листы, нам, в общем-то, его проще организовать. Здесь не указано, к сожалению, область деятельности компании. То есть в зависимости от компании, на самом-то деле. Мы используем чек-листы, либо шаблонные задачи. То есть у нас есть люди с большим навыком, специалисты, которые знают, как это делать, например, там, как должна выглядеть верстка перед тем, как сдавать ее дальше в интеграцию в шаблон. У нас есть чек-лист, который должен быть пройден, он проходится, после этого задача идет дальше. Тем самым мы не делаем эту обратную цепочку к верстальщику, который должен что-то переделать, все, она сдана, пошла интеграция. Только в крайнем случае мы там… Есть разные стадии контроля качества, то есть качество можно контролировать, например, на этапе разговоров. И, кстати, в Bittrex24 есть такая функция — оценка разговора. То есть после каждого разговора система может спрашивать, как бы задавать вопрос тому, с кем разговаривал ваш менеджер, и, собственно, просить оценить это качество. Мы, кстати, подобную штуку применяем у себя в компании, это очень полезно. Ну и, соответственно, по факту есть еще контроль качества перезвоны, то есть Bittrex24 CRM может автоматически после закрытия сделки, например, поставить задачу другому менеджеру на через месяц позвонить клиенту и уточнить, все ли было хорошо. В задаче уже будет чек-лист вопросов, которые должен менеджер задать, и, соответственно, ответы на эти вопросы будут формироваться в некую оценку качества прошедшей сделки или там оказания той или иной услуги. По поводу внедрения, да, тут только начинает компания, вот у них вопрос, какие средние сроки внедрения Bittrex в компании. Ну, на самом деле, как вот опыт подсказывает, внедряли не один раз и по-разному. Целиком внедрение, если компания готова к этому, вот действительно заинтересованы, есть вот пул людей, которые действительно хотят это сделать. И вот когда я начинаю внедрение, я обычно сразу таких людей пытаюсь найти, кто действительно заинтересован. Это может быть генеральный директор, не генеральный, тут не суть важно. После этого формируются люди, которые могут, скажем, транслировать, потому что все равно то, что я расскажу там за 10 часов обучения и интеграции, все равно это должно быть как-то сотрудниками дальше транслировано. Я должен до них донести эмоциональную там ценность всего этого, чтобы они это дальше продолжали. Поэтому тут зависит все от эмоционального фона, от вот именно от, если вот этот кризис, который существует, то есть если, скажем, я заставлю людей поверить, что можно вот этот порядок навести по полкам с помощью CRM и внедрения Bittrex24, то они дальше начнут туда дальше транслировать, ну, если они вообще готовы к этому. То здесь такой, то есть ответ на вопрос, он может быть очень разный.
Зачастую бывает так, что вроде обучение проведено, формально через месяц мы посмотрели, все на все ответили, вроде идет в Bittrex 24 движуха, живая лента работает, всем все нравится, но фактически, когда смотришь срез, ну, не используют. Вот. Для галки. Да, не подходит. Ну, вот, и вот за этим нужно следить. То есть, скажем, задача как раз и топ-менеджеров, и линейных, скажем так, управленцев, как раз постоянно, целеустремленно, если уж решили внедрять систему, то постоянно ее внедрять. Давайте микрофончик, чтобы нас слышали. Прям буквально минуточку. У меня клиент, юридическая компания, специализирующаяся на именно защите, ну, различных споров с банками розничного населения. И они сейчас внедрили как раз Bittrex, они перешли уже сейчас на Bittrex, а до этого у них тоже была CRM-система, и вот руководители прям в разрез KPI поставили такую задачу – заполнение CRM-системы. Если она не заполняется, человек штрафуется. Ну, человек, имеется в виду юрист, помощник юриста способ. И так далее. Но иногда иначе единственный никак, возможный. Иначе никак. Да. Огромное количество клиентов, огромное количество задач, нужно заносить суды, там различные, да, там встречи и так далее. И без этого нельзя, иначе они просто очень серьезно теряют эффективность. И у них как KPI регулируется это заполнение CRM-системы. Вот как. Да, хорошо, спасибо. Я пока... А хотите добавить что-то? Да, я хочу добавить, потому что... Я говорил про то, что изменения – это главное, но вот внедрение автоматизированных каких-то вещей, в особенности CRM, для сотрудников – это такое очень серьезное изменение, и мы можем долго говорить о том, насколько это будет выгодно, но понимание, что это выгодно, приходит через очень долгий срок. И от воли того, кто принял решение внедрять, вот от тех лиц заинтересованных, которые понимают всю пользу, это в основном руководители, конечно, компании, от их настойчивости и от воли довести дело до конца, собственно говоря, зависит все. Потому что прописать регламенты, провести обучение, выдать пароли, зарегистрировать сотрудников и на этом успокоиться, ничего не будет. Люди очень нескоро поймут, что это... Им надо практически полностью перестроить свою скорее работу. Скорее, не поймут никогда. Нет, они поймут, когда... Ну, это же... Они же привыкли работать с какими-то другими инструментами. На коленке, на листочках, в Excel, там еще где-то. Когда они полностью не будут к ним обращаться, а это переходный период такой, когда надо будет обращаться и к старой системе учета и ведения клиентов, и к новой. Когда старая полностью отвалится, появится привычка, и тогда люди скажут, а как мы там работали, мы не понимаем. Это просто происходит замещение и удобство работы. Оно, кстати, может быть не во всех компаниях очевидно, да. Для сотрудников. Просто происходит замещение одного способа работы на другой. И когда человек привыкает к этому, ну, все нормально, то есть работает. В принципе, сотрудники, они хотят работать, приносить пользу компании. Ну, мое такое мнение. В основе своей. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос? Ну, вопросы закончились, по большому счету. У меня еще есть, так что... Отлично. Давай озвучим. Так, ну тут вопрос технический. Вот, давай вот к тебе такой вопрос. Как перевести базу клиентов из 1С CRM в Bittrex 24? А, да, это я пропустил. Ну, очень, я там еще было продолжение вопроса, как начать пользоваться базой CRM Bittrex 24. Ну, здесь все просто. Делается экспорт-импорт. Экспорт делается. Ну, сама база клиентов-то легко переносится, действительно. Да. Для этого все инструменты есть и там, и тут. Да, это делается там. Нету проблем. Грубо говоря, в течение получаса. Так, тут вопрос по поводу видеоконференции на 10-20 участников средствами Bittrex 24. Но пока такой возможности технологически нет. Хотя у нас в планах, в общем, обсуждаем. Как это сделать? Так, появится ли в модуле CRM возможность выставлять акты и счета фактуры? Я вот такой вопрос хотел задать себе, но задам тебе. На самом деле, можно ли сейчас? Сейчас можно делать это. Можно, да. То есть штатные, несмотря на то, что штатные возможности нет, можно использовать дополнительные модули. Насколько я знаю, есть модуль, называется конструктор документов. Можно делать иначе, наверное, да? Какой опыт? Ну, это, скажем, в облачной версии конструктора документов. Ну, для тех. У нас коробочная версия, поэтому просто для себя сделали небольшие доделки. Действительно, сразу со счетом у нас выставляется и акт. И в зависимости от ситуации можем скачивать его с печатью и подписью руководителя, либо без печати и подписи, если требуется. Ну да, технологически это можно. Да, в облаке для этого есть, есть конструктор документов, который умеет с автоматом генерировать документы, и, соответственно, могут формироваться счета и акты. То есть обратитесь к интегратору, вам помогут это реализовать. Так, вот вопрос. Возможно ли будет устанавливать права на обработку заказов в зависимости от склада в интернет-магазине при интеграции с CRM? Что ты можешь на эту тему сказать? Там нет прав?
Права на обработку заказа, зависит от интеграции. В зависимости от склада. Ну, вот, довольно, да, сложно сходу сказать, какая там может быть интеграция. Здесь нужно просто, давайте вопрос попробуем техподдержку адресовать, потому что тут нужны технические детали самого процесса. То есть где там не хватает прав, возможно, коллеги, ну, ребята наши посмотрят и действительно добавят это фичи-продукт, если там чего-то не хватает. Так, а если абонентское обслуживание? Вот хороший вопрос и практичный очень. Где нужно отслеживать, продлил его клиент или нет? И видеть это в реальном времени, ну, то есть интернет-сервис онлайн представляет компания. То есть, грубо говоря, абонентское обслуживание. Mm-hmm. У меня есть там 1000 клиентов, которые платят мне каждый месяц деньги. Как мне отслеживать, кто оплатил, кто не оплатил? И, соответственно, там, если не оплатил, напоминать. Если я оплатил, не напоминать в рамках CRM-ки нашей. В рамках CRM. Ну, по сути, можно выставить просто повторяющиеся задачи себе и смотреть на это. Ну, тут дело вопрос не смотреть, а как бы вот в одном месте увидеть. То есть какую-то кастомизацию надо придумать. Ну, например, можно поставить статусы в клиента. То есть у клиента будет статус, действующий по подписке, подписка просрочена и так далее. И фильтры с клиентов делать соответствующим образом. Вот единственное, интегрировать надо с внешней системой. Да, это, скажем, в облаке не так явно. Можно какой-то сделать для себя полувариант, который будет работать. В коробочной версии можно, наверное, там более гибче это настроить. Но будет ли это удобно, вопрос. Ну, надо понять, откуда берутся исходные данные, оплатил, не оплатил. Да. Если это берется с какой-то информационной системы, то, соответственно, интеграцию такую можно настроить, и для этого можно использовать там API соответствующие и так далее. Вот небольшой типографии, удобно ли будет работать с Bittrex24, как ты думаешь? Ну, если, скажем, не внедряться чисто в какие-то свои нюансы, своих систем типографских, которые у них есть. У нас, например, типография работает, которая рядом с нами не в Bittrex24. Но вообще удобно, зависит от процессов, конечно. То есть вопрос, удобно или неудобно с кем-то работать, нужно просто понять, какие процессы перед ней стоят. То есть если это передача задач и контроль сроков, которые в типографии, ну, неумолимы, то, конечно, работать будет вполне удобно, если интерфейсы тем, кто работает менеджером, удобны и быстры в их ритме работы, то удобно. Почему мне нет? Кажется, у типографии много таких довольно стандартных бизнес-процессов, да? Так как с клиента, собственно, принять заказ, его отдать в производство, да? Отслить производство, отдать клиенту. Ну, это там вполне естественные процессы, которые... Да, их можно автоматизировать. Да, хорошо будут ложиться на Bittrex24. Возможно ли отследить мертвые компании в отчетах для определения эффективности работы менеджеров? Мертвые компании, да. А ну, то есть, грубо говоря, по компаниям ничего не происходило долгое время. Ну, там, на самом деле, у нас есть сортировка по изменению. Да. Просто по изменению. Да, дела, можно настроить соответствующий фильтр в списке компаний, который будет показывать компании, по которым не было движений там, в течение какого-то времени. То есть не было никаких изменений. Можно даже настроить автоматизированное уведомление о том, что если по компании, например, в течение месяца не произошло ничего, то, соответственно, отправить уведомление директору генерального. Угу. Давайте микрофон. Я делаю проще. Можно в компании, которая является нашим клиентом, автоматически заводить новую сделку. По неактивности? Да. Ну, то есть мы одну сделку закрыли, сразу заводим новую. И тогда мы по сделкам можем отследить, которые нам очень далеки. То есть если мы смотрим, у нас есть сделки полугодовой давности, это однозначно. Надо по этим сделкам прозвонить, и таким образом мы смотрим, что компания у нас давно не покупала. Там по сделкам это легко сделать, фильтр, и все работает. Спасибо, да, интересный такой хак системы. Сделки не работают, значит, проходим мимо. Так, есть перечень компаний, закрепленных за менеджером. Необходимо знать список компаний, да, который не прозвонил. Но это мы ответили. Есть ли возможность гибко администрировать коллективную работу с лидом? Ответственно редактируют, а другие видят и ставят задачи, к примеру. Ну, доступ к лидам, в общем-то, открытый, можно сделать абсолютно свободный, не ограничивая доступ к лиду никому. Это просто галочка, доступен он всем или недоступен, вот и все. Так, и тогда действительно любой сотрудник CRM сможет поставить задачу по лиду, никаких проблем. Как можно на телефон компании, который другого провайдера, повесить Bittrex24, чтобы звонки записывались? Ну, на самом деле, довольно просто. Есть SIP-коннектор, так называемый, и компания, которая, провайдер, который предоставляет вам телефонный номер, предоставляет соответствующее SIP-подключение к нашему Bittrex24, и, собственно, все звонки будут проходить через Bittrex24, обрабатываться там,
Ну, соответственно, все записи будут вестись естественным образом, как это обычно происходит. Но вот тут жалуются на некоторые сбои в работе телефонных номеров, но мы сейчас их не сможем прокомментировать, потому что для этого нужны детали, и для этого есть техподдержка. Так, еще вопросы. Каковы средние сроки внедрения? А, мы говорили уже, да, об этом. Это мы отвечали. Вот вопрос, как пошагово построить отдел продаж на базе Bittrex24, но мне кажется, он очень общим. Ну, то есть строительство отдела продаж и использование инструментов, да, это несколько разные подходы. Да, микрофон, пожалуйста, а то нас не, вас не услышат. Здесь вот всегда такая подмена понятий. Мы все время инструмент используем в качестве не инструмента, а какой-то основополагающей вещи. То есть CRM, Bittrex – это инструмент, который надо прикладывать к существующему отделу продаж, а не выстраивать на основе какой-то программы отдел продаж, который будет работать. Зачастую мы инструменты в бизнесе возносим в ранг, не знаю, там такое расхожее слово, волшебной таблетки. Сейчас мы CRM внедрим, и все пойдет. На самом деле мы его не внедряем, мы его просто загрузили, опять всем рассказали и ждем. Пойдет, не пойдет. Люди это не принимают, сотрудники не принимают. Разбираться, как это влияет и какую пользу мы получим, и как мы будем это контролировать и отслеживать, мы не собираемся, не хотим. Потом говорим, эти инструменты не работают. Инструмент работает в руках, кто умеет им пользоваться. Научитесь пользоваться, все будет хорошо. Мне кажется, у вас получилось хорошее напутствие. У нас на самом деле закончились вопросы. Если у вас есть еще какое-то такое напутствие или совет, который мы можем дать нашим клиентам в теме нашей сегодняшней беседы, то я прошу вас минутку буквально что-нибудь сказать. Я на самом деле немножечко хотела откатить назад. Мы вот к вопросу компании, обучает ли менеджеров, это вот компания Delson, обучает ли менеджеров или ставить планы продаж, да, вот компания, занимающаяся мониторингом транспорта. Я просто немножечко почему-то проскочила, я несколько еще конкретных рекомендаций для себя написала для них. Я бы, может быть, вот их озвучила, чтобы у них не осталось такого ощущения, чтобы их совсем там прокатили. Вот кроме того, что я порекомендовала им, возможно, рассмотреть уход под крыло какого-либо интегратора крупного, да, на время переждания кризиса, я бы им еще порекомендовала посмотреть за качеством услуг, потому что это именно услуга, и здесь нужно диверсифицироваться, возможно, в какой-то ситуации с точки зрения расширения этого качества услуг, потому что они понимают, о чем идет речь, там набор не только продажи самого оборудования, да, для контроля мониторинга, там мониторинг включает очень много наборов функций. И вопрос, какое оборудование продается, какие функции оно может, да, как бы осуществлять. Вот возможно посмотреть в эту сторону, да, если маленький аспект, то может быть расширить его, тем самым привлечь клиентов. И поиграть здесь с абонентской платой, потому что здесь очень такой чувствительный момент. Сейчас компании начали конкурировать. Я просто знаю очень крупного интегратора, поэтому я в курсе того, что происходит у них. Они сейчас очень серьезно играют именно с объемом абонентской платы. То есть здесь можно поиграть с точки зрения понижения, расширения вот какой-то функциональности. Это вот как можно, как рекомендацию. Сделать себя доступным. Да, кроме, да. Понятно. То есть, грубо говоря, основные советы в кризис – это увеличить свою продуктовую линейку, снизить цены. Нет, не увеличить, посмотреть, возможно ли и даст ли это эффективность. Да? Потому что можно остаться на том, что есть, как мы говорили, да, сократиться максимально и переждать. Есть такие ситуации. И действительно, это порой, да, как бы правильное решение. Мне кажется, если... может быть хорошим советом, да, повторно использовать свою клиентскую базу. То есть у вас есть большая база клиентов, вы можете продать им совсем что-то другое, не свои, да, совершенно, это сферы. Это вот к вопросу, не вы разворачиваете, увеличиваете набор возможностей функциональных, да, и привлекаете опять же ту же клиентскую базу, но вы им предлагаете теперь еще и новый продукт. Да, пожалуйста, да, да. То есть вы не расширяете, ну, вы как бы и расширяете бизнес, получается, в буквальном смысле, но фактически в затратной части вы его не расширяете. Да, потому что база уже есть. То есть вы растете вверх просто, вернее, растете вширь, а не как бы вверх. Спасибо. Никит? Да, я пару очень коротких слов скажу. Просто как раз вчера был семинар, и как раз это было там одни из правил, которые из Bittrex24 мы пытались донести. Первое правило – это такое, что как только вы начинаете чувствовать, что вам нужен CRM, вот вы еще не используете никакую
уже как только первая мысль появилась, начинайте внедрять. Вот не ждите. Вы внедрите, может быть, чуть раньше, чем вам это нужно, вам кажется, но информация будет работать уже на вас к тому времени, когда кризис, не кризис, у вас уже будет много информации о клиентах и структурированных хорошо. А второй, когда вы этот этап прошли, у вас есть информация о клиентах, все уже работает, люди меняются, автоматизируйте все, что можно автоматизировать. Если это онлайн-бизнес и заказы, создавайте бизнес-процессы, которые позволяют упростить работу. Придет новый человек, и проще ему объяснить, нажми вот эти кнопки, загрузи вот эти документы, все, процесс пошел. Не нужно в бесчисленных там таблицах и файлах разбираться, вот этот Excel-файл, что-то. То есть автоматизируйте, это несложно. То есть попытайтесь там, то есть можно самому это делать, сначала пригласить там кто-то, чтобы обучил. Потому что это несложно, есть конструктор, который позволяет это здорово все делать. И тогда вы здорово сократите, и сами менеджеры, которым там вы на них возложите более больше обязанностей, дадите возможность автоматически делать какие-то вещи. И рутина будет потихоньку-потихоньку уходить. Не быстро, но это будет плюсом. Спасибо. Спасибо нашим дорогим экспертам, что сегодня с нами были. Мы на сегодня заканчиваем. Я напоминаю нашим зрителям, что вечером мы отправим письмо с записью этого мероприятия. Вы сможете детально посмотреть или кусочками, отрывками, если не смогли досмотреть и так далее. И напоминаю, что нам, как компании Bittrex, можете всегда задавать вопросы. У нас есть для этого техническая поддержка и служба, которая работает с клиентами. Пожалуйста, обращайтесь, мы постараемся на все вопросы ваши отвечать. Ну что ж, спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч в новом клубе 24.